Сейчас я секунду. А, все нормально. Работаем. Работаем. Как ты время этой фигней, если честно? Работаем, работаем. Так, Рома здесь или кто здесь? Кто здесь? Ох, пишу. 5 на 5. РД, ТБ. Паста. В кране. В кране. Типа как в кляре, но только в кране. Смешно. Блять, Смешно. где Рома? Рома? Рома тут. Вы куда Рома? пропадаете? Мне из-за вас приходит, без вас приходится с какими-то киргизами играть, блин. Ну так а я дебил, ну как бы я зову играть, а остальные не играют. Не, ладно, еще ребята нормальные, но когда подрубается скайп, это капец. Мои бабушки просто это, хорошо, что они не здесь. Ты еще с ними скайпишься? Ну, чтоб поржать иногда, да, бывает, я их русскому учу. Так, твоя любовь это так красиво. Сейчас, все, я пабую. Давай. Пабую. Но у тебя опять из-за Лехи нам мало ПТС будут давать. А вы что, из-за ПТС, что ли, играете? Я за ПТС просто Моя за... любовь это Так так красиво. красиво. Я покрасила крокодила. Крокодил. Так, Это... Increase armor by 50, all это что за resist by хиты? 10, and grants Я immunity не to fear знаю, что за хиты. for 30 seconds. О, подождите, мне важный звонок. Так, подожди, за ПТС я не играю, это первый ответ. А второй сейчас я отвечу по телефону. Через минуту мы узнаем. Зашел Гузема. Мне нужен Black Pearl. У тебя есть урдак? Да. Угу. Сейчас. Не прям сейчас. То есть. Нужен он тебе не прямо сейчас, а тебе сколько нужно? Одну. Пока оно дойдет до тебя, пройдет 10 лет. Ну что он там? Я, видимо, очень не скоро буду делать последнюю часть Армор Смиса, потому что Алло. микрофон. Алло, Раз. алло, простите, господа, но я просто Да, такс, вызывай. такси смерти просто. Амфетамин Антон, я не знаю. Амфетамин Антон. Антон, а говно Олег, я не знаю. Понял. Ты что? Ну, срочно нужен Black Pearl Кто такой? Слушай, у меня еще появился вопрос. Это, понимаешь, ему нужен черный пердобл, срочно. А кто такой черный пердобл? Такси смерти. Да ему жемчужина нужна черная, господи, там что-то он делает в Вове. Понял. Ютюрн! Это, сейчас одну секунду. А урдак что ли гундосит? И что это? Тебе ты пил или подзаболел? Он только Я неделю проснулся. болею, А, ты только ну и проснулся. проснулся. Да, наверное, из-за того, что ты только проснулся. Это ж чем ты занимался-то вчера, прям страшно. В доту играли. Да. До утра. До утра. О, это как, блядь, Турутун, это, блядь, песня пиздец вообще. Да. Это вот из этой серии, Да, типа. про крокодила. Да. Как же, До я так утра. отвык от такого шума в доте. Максимум, Ох, как как говорит же. мой персонаж. Я, если не буду говорить, я, короче, лег в 5, проснулся в Да. 8, начал играть в ход. Проиграл все Ты же игры. сказал, что... Проиграл все игры, пошел делать компьютер. Не уснул? Вот реально, не уснул благодаря тому, что я разобрал весь комп. Я так сосредоточился, я прям аж охуел. То есть ты в ход сыграл, что Ну ли? я Ты три его... игры, три игры сыграл, как бы... А почему ты мне не пишешь-то? Я не Так ты, понял. я думаю, ты в это время спал, а во-вторых, я как бы сам не знал, что я буду Ты играть. вот в следующий раз, когда ты начнешь...
как сказать? Я не могу это играть, это очень говно. Начнешь думать, ты прекращай. Да. Ты не думай. Хорошо. Ты делай как этот, как валет. В 4 мы можем устроить мазамес, я пикну просто веника. Понял. И мы будем трясти шатать. Помнишь, как валет делал? Так у него 4 утра. А у нас будет еще малый там. А, да. Так, блять, я провода выдернул какие-то. Так, если кому-то принципиален мид, идите на мид. Но и сразу говорю, если я на мид, то я не гангую. Я на мид инвокером пойду, иди сделай. Окей, я пошел тогда на изи. Так, сейчас дайте сосредоточиться. Я, блядь, провода задел, сука, опять какие-то. Сука. Или это тапок порвался? Ром, у тебя в инвентаре пусто. Я, кстати, скоро будет два муншарда. Я не успею, я уже не успею. Так, Тим, меня покормишь? Да-да-да, я просто забыл, запизделся. У меня столько информации прямо. Слышь, Женя, запуль меня, танго. Давай-давай. Давай, я самый... Да, по-братски, у тебя два, давай один. Давай-давай-давай, я самый-самый полупокер, абассанса с моим танго, я понял. О, слышь, там это... Дракониха, а он капуста, он же вылетит, блядь, в окно. О, ну я начинаю, я начинаю танцевать. Да, танцы, давайте, танцы, 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 и сводит музыка с ума. И второго тоже. Невыносимо яиц твоих касаться. Ну, в оригинале было губ. Блять, что я? Что просто замедлил, как Миша Змей. Кислый подъехал, пиявкой помазал их. Алексей Соло, которое ничего не дало по сравнению с замедлением. Знаешь такого Алексей Соло Березин? Вообще, ну, просто Лёх спрашивал, это кто такой? Что у меня на лайне делает мохнатый? Кислый, в смысле, ты... А, ты сам кислый, понял. Мохнатый всегда в априори идет в хардлейн, давно пора уже привыкнуть. За исключением некоторых случаев. Так, вчерашний. Что-то еще хотел рассказать, вы доебали. А что ты, какая песня? Да, это, как-то не до утра, там, блядь. А, шаурма! На углях! Я не хочу надо, тебя! Шаурма! Плохие ассоциации с шаурмой в последнее время. Шаурма! На углях! Я хочу тебя! Вот эта песня я вспомнил. Лёх дал тангус. Спасибо, вообще прям это, прям... Прям как говорят мои киргизские друзья, по-братски. Последний раз, когда я был с трусами на виномансере, я ушел в лес. Как-то очень... Цен страйк есть, если что. Давай, на топ можешь давать, на топ можешь давать. Куда он летит? Ну, пока неизвестно. В могилу. На базу он не летит, так скажем. Сейчас увидим, вон он. Сейчас я его прокачаю. Какие-то они это, не агрессивные. Да. Дай-ка я постою просто опыт получаю. Да, да, я пошел это руну возьму. Да, ты иди роуми, да. Да, я охуенный роумер. Со станом и шлюхами. Да, 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 да. За тангус прям это отдельное спасибо. Сейчас меня полетит по пути. Так, там, вот он сейчас. А, нет, я хуй знает, куда он летать летит. Он я вам вижу, даю. По крайней мере. Все, блять, прижучкино. Красиво. Такси смерти. Еее. Шаурма. Клапан хасте. О. Ганг третьего давала. Ого. Ого. Она по ходу дела. Ого. И в конце просто пиявкой смочил ее. Уф. Сегодня также в матче Liquid этот Ньюби один комментатор также кричал. Смочил пиявкой. Уф. Ну, примерно, да. А чё ж там такое не сделали-то, что он так заорал? Ой. Минус такси смерти. Да, я пока чуть-чуть верну. Поч. Почему? Очередная потрясающая игра. Да. Не, ну чё ему не нравится, мы на топе разъёбываем, блядь, мидера убили нахуй. Причём эта техника бесконтактного боя была, он сам к нам пришёл. Я тут стою, в принципе, фармлю. Не всё, конечно, но тут ребята два таких.
Ну, ребята привыкли ТБ, наверное, играть, типа, где стоишь 20-30 минут, ты на линии, и как бы у тебя тени там. Баратрум. Да. Баратрум. И Сларк. Да, и Сларк, да. Угу. Ну, тогда... я проигрываю Тинику. Так, ну что тогда делать-то тогда получается? Могла бы быть хорошая игра. Да, могла бы быть хорошая игра. Good job. Good job, guys. Выгнали из игры. Ой. Я застрял, крепосик. Ты меня что-то прям этот, я бы сказал, прям облизал всего. Да, пока делать нечего. Время 3-2-2 было на этом таймере. Так, я ищу Борзилу под ушем, наверное. Копка. Лёх, копка. Она что-то хотела, но, видимо... Моя любовь, это так красиво. Я покрасил... Я бы покрасила, ой-ой, но я побрила. Все правильно. Там я прям чувствую, как ты этот... Что Пушкин был этим твоим земляком прям. Землекопом. Рудако... Из полторашка. Тут Regeneration. Забирай, забирай. А я фуловый. Эй, ну ладно. Тут... Там квапа. Да, я понял, да-да-да. Дело в квапе, дело не во мне. Пойми, я тебя бросаю, дело не в тебе, дело во мне. Дело в квапе. Окей, окей. Как скажешь, котик. Как быстро так допиливают, тут вообще не допиливают, потому что раньше же очень было много глюков. Ну, пытаются. Но, по крайней мере, 44-й уже, наверное, месяц стоит. Хотя, недели две. Да, удар, но нет. Удар молнии. Огр пропал. Да, точно, мой косяк. Не, косяка нет. А, огр здесь. Ну давай вот так с тобой махнемся по хп. Знаете, в чем фигня? Они даже крипов не добивают. Да, да, они так... Нам наверх кто-то идет. Под пиво, квапа. Пол хэповая. Не изи. Ой, тут тролляшку нашел. Троллик, троллик. Троллика нашли. Блять. Третьего левела. Какого? Нифига себе. Третьего левела. Ирсбой. Ну, типа он землекоп. У меня куда-то двое... Полтора землекопа. У меня это не... полтора землекопа, да, это мне нравилось. Это тема. Типа Ерсполис, там вот это вот. Ну, на хэкграунд, я думаю, будет слишком жестко. Да, мне тоже кажется, тоже слишком. Ну, попробовать там можно, конечно. Вот там же русский. Там, если что, может, принести. Ну, спасибо, конечно, спасибо. О, тролль цвет поменял. Зря стик нажал, Я Милишный попал. Тролль красный. Я перекладывал и не попал, понимаешь? Ага. Оп. По попке получил. Квапа за нижней руной. Достал. А там медалька. За то, как я. Приступаю. Удар молнии. Опа, там Персеференс опять за... Опа, там опять кислый забу... кислого забустили. Это абуз. Абуз кислого. Ну, кислому надо там подзабуститься. Как приятно, когда тебя облизывают, я прям... Ну, мне тоже приятно. Весь язык в чехуе. Да, ты только не при... Ой, вы... Ребята, вы там уже что? Вы там уже... Ты три, что ли, ломаете? Да, Скорпион превратился в груду. Да. Я тут думаю, такой я молодец. Ах, я повис. Ёлки-палки, только бы не сдохнуть. Лёха молодец. Ой-ой-ой. Надо как-то... А сейчас тебя будут прикрепить, Лё, отходи. Ой-ой-ой, Сенстрайк нужен на топ, если чё. Почему я... Что, блядь, я кнопку перепутал? Там первого левела. Я так что такое? На нахуй. Хотя если бы я вардом подконтролил, которого я не заметил, то квапа бы умерла. Сори, урдак. Сорян, это я фармлю. Да я мог, наверное, скобочков нет. Если бы попал. Ты попал по квапе, если что. Ты снес 90% ей хп с анстрайком. Так. Так.
первым, наверное, тогда все-таки Аганим, а не Вейл в данной ситуации. Окей. Окей. А? Перебил просто. Yes, my lord. Ох уж мне этот кембриджский английский. Да, кембриджский, мы же так пиздим, то есть про английский. Понял. Разговариваем, сори. Твоя ульта, это так красиво. Я бы покрасилась, но я побрила. Кто снизу там? О, я подвис. О, копка. Копа, ты чё, я? Удар. Блин, отличный аганим через Vitality Booster, кстати. Народ, кто-нибудь будет барабаны собирать? Просто что-то я... Я. Что-то в жёстко... А, то есть все равно в что-то жесткое уходить, да? У меня есть барабаны уже. Окей, ну, ладно. Летят, да? Ну ладно, я не буду собирать. Слушай, что там хардовое сейчас копить? Нет смысла по такой-то игре. Так бы барабанчики бы собрать. Что-то тут вообще никого нет. Да, что-то вообще никого нет. Да, никого никогда. Оп. Никому никогда. Я тебя не отдам. Вот здесь жирный этот фарм-тромка. Все, они пошли. Может, ты к ним перейдешь, я пока тихонько попробую. Да мне левел бы получить. Ой. Я бы перешел. Блять. В другую лигу? Да. Мы, короче, там немного набарагозили. Да, и... Нормально. Да. Я заметил. Осада Долорана просто. Квапу можно с Санстрайка убить, идет на фонтан. Ай, блин, здесь же этот... Другому собирается, да? Апгрейдженная ветка-то, ёлки-палки. Ну, мы можем, в принципе, продолжать. Мы пока отвлекаем там, господа. Пуржит. Мне нравится. Кто кого пуржит, вот еще интересно. Меня вообще сейчас как распужит прям. Ой, надо было два варда купить. Я если что пешком, я не хочу тратить 75 голды, сори. Так, блядь, кто там был? Есть санстрайк на вот сюда? Там... Нет, нет, я в другое место уже дал. Смотри, он уже... Я спасал медузу, но не спас. Ну там убили хотя бы. Огр упорно дефает мид, это прям, прям молодец. Слушаю. Так. 3х кубе плюс константа, ну что там? Ну что там? У нас там много народу, ой, блядь, как там сейчас много народу будет. Культа КД еще пока. Да, у меня маны тоже не особо. Нормально. Как в школе. Ну, у меня тут на днях был юбилей школы. Бывали на таком мероприятии? Я не учился в школе. Или ты был на юбилее выпуска своего? Я заслуженный герой Доты. Так, мы... Что, в пятером пойдем или так сплитим? Да, так и сплитим, у нас там нормальная... Аганим. Атмосфера. Это сейчас сказал Аганим. Веник, да? Да. Кислый. Это печаль. Почему кислый? Ну, потому что кислотой Виник стреляет. Да. А-а-а, хе-хе, смешно, мне понравилось. Зачет.
Ковала собирает и Мекку, и Аганим. Да-да-да. Одновременно причем. Такой неопределившийся немножко молодой человек. Ну, мы продолжаем отвлекать, судя по всему. Сейчас, секунду, руну надо чекнуть. А, тролль что-то сюда подбегал, он вард поставил, я не видел. У него, кстати, мол. Сейчас, блядь, ему будет быстрее пассивку настакивать, вероятно. А я, бывает, жалуюсь на тиммейтов, что игры нет. Вот где на самом деле игры. Какого хуя он так быстро бежит, блядь? А, или умирать быстрее тоже как вариант, кстати. О, Лёх, беги, там два. Да, да пушим, напрягайте. Это тушите топ, алло, тушите его. Да, 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 да. Там внизу три, по-моему, или два. 2-8. Три. Ну, Блак Вапа, Морта и Огр там сейчас. Сейчас, может быть, ушли, потому что я их тут размансил. Мудрые слова. Но что-то они на меня как-то не выходят. Видимо, все-таки ушли. На пиявку я уже не договорился. Все, к вам вернулись, да? Ну, коп, а, вон там, да. Опа, пиявонька. Опа, баночка. Мудрые слова. А, меня тушат, ёбаный в рот. Женя, ко мне подходи. Да пошёл. Потуши её уже. Тушил. Всё. Хорошо, потушил. Вон ещё одна. Эту туши, нахуй. Ладно, не надо. Я тушканчик. Потушил нормально, пидос, полупокеров. Опа! Второго этого будем тушить? Я просто видел, через 5 секунд я тпшусь на мид и иду, собственно, наверх. Иди нахер, блядь. Хорошо. Да я потроллю. То есть бомс! Мудрые слова. Это так красиво. Чем могу помочь? Ром тебя тушит тауэр. Да. Блять, как он сложно обходит крипов. Слушай, можно я за даггером быстренько сгоняю по команду, подрегенерирую? Нет. Стой на месте. Блять, Леха не отпускает, что делать? Ну ладно. Лёха, это новый наркотик, да? Ты мой спасибо, котик, Лёха. Ты мой котик, я твой любимый наркотик. Не так там быстро. Кто-то музончик запустил, так я подумал, что реально решили это послушать. Не, мы тут гусей обычно в чат запускаем. Гусей? Да. Хоть немного не в теме, но ладно. Так. Там как-то очень медленно курит. Женя, ты чё? Да чё? Ты кидаешь вечеринку? Ну да, чё, меня же гасят. Меня потушили, меня почти потушили. Ты чё? Да, заберите курицу. Я тут немножечко тогда так посижу. А, заберите курицу, да. Чья мат оставил. Посиди, покури немножечко. В писосе. Красиво. Джимми Ворм, Джимми Червячо, ро. Эти огры с первым левелом фаербласта. Блин, маны нет, что ли? Не в мое дело. Скорпион что-то вообще рамсит, прям тушит. Да вообще попутало, да. По полной. Пойду за бустом. Амфетамин Антон проголосовал за то, чтобы сдаться. Капитуляция перед амфетамином. Гоу, Квапо. Бей Квапо. Тут
успею, не успею. Так, все, уже прошел, прошел уже ультимейт, да? Нара-нара-нара-нара-най. Моя любовь, это так красиво. Я бы покрасила, но я побрила. Че, есть там кто-то? Да он клопа есть. Купаем ее? Да. Блин, ну зачем вы ее убили? Это ты ее убил вообще-то. Да и зачем я ее убил? Доброе утро! Она уже бринкнулась в Sunstrike. Доброе утро, дети! Просыпаемся, сейчас полетим на ракете. Ракета Беломора, короче, сейчас будет. Это что такое? Это потушили. Квапу. Так. Шарик на тебя. Мне нужен буст? Нужен буст? Да, нужен. Да у меня некуда буст. Давай, давай. Суй. Йо, все, забустил, нормально. Не люблю, буду. О, красиво. Но сложно было попасть. Да бывает. Что там делали? Буст нужен? Могу дать буст. Дал буст. Бустанул инвокера. Хорош. Бустанул инвокера. А что, у него есть еще слоты? Не, есть слоты... еще два. Не-не-не. Слотов больше нет, я сам посмотрел. Мы сейчас так с тобой не скомбинили. Ты даешь. Я даю. Ой. Дышим в пятки вместе с СК Медузе. Господа, сейчас перезайду. Давай. Перезахожу я, чтобы доту не крашило, если кому интересно, в скобочках нет. А, стоп, возможно, кстати, не один Black Pearl. Сейчас я перепроверю. Хелметов 4, мне 4 Black Pearl надо. Добрый вечер. У меня есть 4. Алло. Тебе они не нужны? Не нужны. Чё? Когда вы пойдете в лагерь Махаче? Мы там уже были. Были уже? Ай, молодцы. Вы о чем сейчас? Сейчас. А это, а Вов. Короче, военное мастерство, ремесло. Ремесло. Великолепная серия Саус Парка под номером 10.07. Лидера. Make love, no Warcraft. Not Warcraft. Так, тихо. А, да. Not Warcraft, да. Microsoft World of Warcraft. Вышло остальные три. Вот. 56.00, говоришь? Вот хорошо, да. Так, секунду. Не ерничайте, блядь. Ну, пожалуйста. Слабни меня на пятый слот, пожалуйста, на этот. Почему я должен тебя свап? Да ладно. Свап по блату? 4. Нет, свап. 4-2. Свап. Да. Свап. 2-3. Это фул уже все. Так, фул, ваф, хан, ани кекс. Хост сва.
Так, что тут есть? О! О! Вижу. Ты, небось, будешь огурец? Не, нихуя. Да ты даже не угадали. Вообще никто не угадал. Дазл? Нет. Подожди. Only Night. Нет. Готовы, блядь? Ну, вообще, я угадал. Таурен? Нет, не угадал, блин. Просто он очень... Да это же Таурен. Сейчас я, блядь, бетон замешу, нахуй. Ром, давай визажа уже пикай. Где? А где визаж? 5 секунд, 3, Ром, 2. Просто Таурен будет и кто там? Вот, этот, Дазл. Когда сейвер основной команды на Дазле... В смысле... На Роме. На Роме? На Роме, да. У меня возникают некоторые страхи, фобии перед Дазлом. Где тут можно это... Успокойся, все в порядке. Да. Как там она? Релакс. Take it easy. Don't do it. Куда-то пропал ваш оксфордский акцент. Оксфордский на месте. Мы просто... Я говорил по-русски. По-разному. Oxford University. Мы можем по-разному. Вообще... Исполняем армяшек. Так. О, у нас реально связка. Армянию. Так, сколько ты сейчас куб бетона стоит залить? Нам еще нужен еще один этот, да? Еще один кор? Соли, спайсы, бетон, да. Так, а что качать на первом левеле? Этот же все в дем... О, все, я понял. Дэмэйдж. Блять, за вопрос. Я попробую пороумить. Но тут такие герои, что... Блять, смотрю в лицо нахуй. Палочкой перед носиком вожу. А у меня косички на бороде тебе это в панкуху залазят. Кстати, вы в курсе, знаете, что Варлок в этой игре против нас? Что прикажете? А мы типа меситься идем. Да, 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 да. Ну конечно, меситься. Здесь я вот сейчас будет. Висел или не висел? У меня было этот. Визи, я заберу Рону у него. Спики. Потому что я профессионал. Так, а почему здесь 5? Почему Лёха? Давайте убивать его. А я решил с вами. Ну, Лёха, ты... Тебе надо было внизу брать. Будет. Может быть, может быть. Дака, спасите. Ой. А что-то... У нас Poison Touch, я понял. Вы просто погнались все за другим чуваком, пока меня убивали. Так меня, например, отрезали, я ничего уже сделал. Сори, урдак. Так, наш сейвер не пойдет к луне, я понял, я тогда к луне. Так, кто тут у меня? Ох, мне тут жить я не буду. Чё-то там у луны свой сейвер, табё. Кабан, ёбаный. Да. Бетонный мяс. Ну, если сейчас Верт играет через эту, через ракету, мне тут просто... Так, у меня нет просветки, но я подзахожу на БХ. Я поймаю за тебя все ракеты. Я подзашел на БХ. Ты его знаешь, вот такой, знаешь, несостоявшийся Стас Михайлов. Вот у него все для тебя, а у тебя все за тебя, блядь. У меня коробка из кореновки. Сырок глазированный. Зирок глазированный. Ну давай, ракету уже! Ты чё, пидор? Нет, он сейчас зашёл. Я сейчас мог, кстати, очень сильно. Крипы, крипы сзади, урдак. Все, вот сейчас я второй левел, я очень сильно могу. Сейчас крипы подойдут, ты не знаешь, я им сейчас расскажу. Смотри, оп! Через крипов прошел, и ты давай. Давай-ка, дай-ка я тебя ударю. Раз. Все. Все, да все, удар, все, да, да, да все, да все. Все, Маш, спасибо. Все, видишь, Лех, все хорошо. Я вниз иду. Хотя просветку купил, но БХ, скорее всего, на базу сейчас уйдет. У него там было 100 хп, сейчас оставалось после того, как он затанчил крипов всех. Лех, развел нас пылы.
Инвиз внизу беру. Забираю. Мне не нужен. Окей, забрал. Иду вниз. Это, сейчас моего брата, брата Арена. Подожди. Не тратьте ману, сейчас я иду. Я внизу почти. Давай сейчас подождемся, пока Силю сельдь. Подождем Слардар, да, да, да. Слардара подождем. Они его не с мобхаком, суки. Или нет? Ну давайте. Поехали, начнем. поехали. Ну, блять, понятно, нахуй. Это называется, знаете, как провал. Ну, ребят, тут есть и положительная сторона, я-то фармлю. Понятно. Ох ты, я думал, мне хватит дистанции. Дай-ка ему ёбну. И этому дай-ка ёбнуть. Нормально. На экспу подошел, хорошо. Не, ну, кстати, если бы я ему ёбнул, он бы это все доигрался бы точно. Ай, был бы у меня глейв. Иду на мид. У меня есть просветка. Там, ребят, если вот прям вот, ну вот... Ну вот если, ну вот прям вот, ну вот есть такая возможность, да, там лес бы мне стакнуть, это прям, это, ну не обязательно. А у нас сурдак на Сенстрайке? Нет, на Эсэфе. Понял. Я здесь был лишним. Внизу караулю руну, баунти наверх, или я взял баунти. Если свой. Что, у вас Кэрри Дазл убил как бы этого. Хана. Хана. Мазая. Хан Замай. Джеки Мао. Джеки Мао. Джаггер на миде, третий левел. Такой же, как я. Что? Мне тут что, агрессировать, не агрессировать? Чем мне тут делать-то? Ну, подожди. То я пока тут эту крипов-то крипам не подхожу. Веду себя как пусечка. Давай, как пусище и веди. Как пусищище? Пусищище. Пусищище это я могу, да. Комф. Да. Мы выходим? Да. Там рокет, подожди рокет. Все, надо помогать. Знаю, где. Надо яйки. Слышите бы хаха за где? У меня. Так. Да куда ты поплыл, хуесос? Держи его с той стороны. Держи с той стороны. Не, надо гирыча просто. Даю тебе тангус. Ой, да. Серьезно? Он меня так продамажил. Луны там свои, поэтому мы должны там брать все саппорты и помогать друг другу. О, спасибо, крутилка спасибо. Прибежала. Я же сказал, что он идет. Ну, дека что-то... БХ маленького такого левела, а чего у него сюрикен так больно? Мне вхуячил. А, пятый левел. Все так, правильно. Я могу выйти на мид на Джаггера, дать фиссуру, но я пока еще на руне. Я готов давать по команде. Че, вот этого крипа идет? Гоу. Сори, там просто был момент, надо было. Да, я понимаю. Он динает тавер. Иди просто райт кликни в тавер. Хорошо. Я тебе могу тангу сдать. Пойду арканы куплю. Короче, я вам официально наромил. Что вверх максит ракету. Хорошо. Сверху баунти, снизу хоста. Значит, у него ракета в 2, борозда в 1 и третья флаг тоже в 1. Там я сейчас у него на хосте зайду. Так у трусов справа. Кто борозда? Ну как да, Rocket Barrage, как это называется? Rocket Barrage, борозда, пизда. Борозда, ну, ребят, у меня тоже есть свой Оксфорд. Красивый. Так, Лёха, есть что в это всыпать ему? Есть вообще, да, могу по-братски. Там вот, за... видишь, твистером не попал. Красиво попал твистером ты. Твистером?
Да, ну типа копченый тетя Твистер. Где ебаный Гондор, он меня заебал. Лёх, ты сейчас вообще в сознании после этой фразы? Ну как тебе сказать? Ну ты заметил, что я повис, да? Да. Встанешь? Это четвертый. Хорош ржать. Он ультовать меня хотел, если что. О! О! Гондор. Дай ему стукну! Маны дам сейчас. Это все Тити Твистер. Будет исполнено. Отличный план. Нет, ну пожалуйста, ну блять, почему так больно? Сука. Мразь. Давненько меня так не бустили-то. Лёх, тебе бы ХП поднять? Я давай в лесочек пока скажу, ХП подниму, а ты там... Давай, покури. Сверху баунти. Бери. Взял. Я поднимаю хп это или нет, не хочешь? О, как-то с трудом, я поднимаю хп это. Я наверх чуть-чуть экспулечки до шестого. О, да чё ж подвисло. Тут Гондар подъехал, вот Гондар, да. Женя, я бегу его прижучивать. Давай, давай, жучить надо. А, он, сука, выебал. Давай. Достану, не достану. Достану. Красиво. Опа, селёденька. Давай, ее тоже преследуем. Опа. Да, давай, вот. Оп! Оп! Танцы! Мансы. Смотри, сколько у меня сейчас дамаги будет. Я сейчас, блядь. Смотри, крипа бью нахуй. Давай. Ракета. У него нет голема, у него нет голема, если что. 50. Иди нахуй со своей ракеты. Вот у Джаггера есть чита. У меня есть Earth Splitter! Что-то они, блин, я запалился, они меня увидели и не пошли, короче, вот так, сори. Сгущается тут. Блять, чуть-чуть надо было подкрепы, алё, два, как вас назвать-то нахуй? Полупокер здесь селёдка, е... мёртвая была, так вон луна могла хотя бы койл дать, блять. Вы чё оба, умерли или чё? А кто? Я думал, ты про урдака с бубсом. Нет. Слышь, я не знаю. Я вон про Якина говорю, что он мог койл, ой, этот... Не койл, а... Ну а чё доебался, а? Серьёзно, блядь. Вот доебался-то. Надо уходить. Меня сзади бьёт двое. Я вынужден эвакуироваться. Всё, да. Всё правильно. Слишком много кайлов я промахнулся. Опа! Я сильно сомневаюсь, что... Меня выше герокоптер по нетворсу, поэтому он много получил, наверное. У меня там почти даггер. Птичку получил. Так, главное, чтобы... Бахаспер Севаренсен. Запуливает кого-то. Он БФ собирает, если что. Ну нет, ну пожалуйста. Блин, я думал, глейвом добью. Это кто такой? Это кто такой? А ну отойди! На, лопаты! Блять! Блять, а чё так? А, о, тут вертолёт! Да. Ах ты, блин. Я только сейчас вспомнил, что... Смотри. Ему если что прокнуло на Провороварайс. Просто, блядь, боксерским ударом такая тычка. Корову в бок по печени вырубил. Запотушил, знаешь, потушил ТП. Вот тут варлок хороший. Мощный. 3-3-3-3. Слышь, он потушил мое ТП. Алло, Рома. Да я понял. Так хуй я ты видел же. Ну так по тычкой он. Ты... По, я говорю, что он боксерской тычкой тебе такой подошел так. Ты бы сказал. Ну, пошел ты в жопу, блядь. Так, ладно, что мы тут можем вообще?
Грейва, если что, нет. Я так предупреждаю, Урдака. Спешл фоурдак прокачал. Давай, впитываю. Так, что там сзади на фуру? Впитываю. Впитываю. Урдак, ничего не бойся, блядь, я с тобой. Вообще, блядь, не почувствовал, нахуй. Все впитал, ульту, там, ракеты, хую ты. Вообще, блядь. А, он просто тупо направо, что ли, побежал? Лол. Кек. У меня нет ничего, похилить. На. Сорямба. Бывает. Здравствуй. Урдак, ну мы не боимся, Урдак. Да, мы не боимся. Вот ты чё уходим? Твар даже стоял. Не, ну кто-нибудь тогда приходите, мне нужна немножечко помощь? Подкрепка. Немножечко помощь. Ну, я пока корову иду вниз. А пока я корова. О, гамадрила вон, с урной и это. 6 уровня. Твоя любовь, это так красиво! Папа-папа! Закроешь? Ой-ой-ой, в меня летит этот, ракета, Женя. Спасательная операция. Охренеть. Красава. О, такого вон, раз, слышишь, куда он побежал-то, блядь, алё? Убей. Начинаю тушить. Убей. Варлока. Ты там этого надо тушить еще. Вот его, все правильно, Леха. Ну. Леха преследует. Понятно. Ну что, о, вон там ебучий варлок, вот здесь спрятался. На город наших союзников напали. Куда он ушел-то, я не понял. Сюда что ли, через это? Вон варлок, вон он побежал. Побежал. Да щелкни ты же уже ему, не? Как же голем дамаджит норм так-то. Если бы я не попал, это был бы эфик фейл, он просто на ноге ушел бы. Своей. Там было сложно не попасть? Там было сложно не попасть. Он, видишь, он мацавал, если что. Понял. Тагер. За ворлока дали, просто триллиард. Это, я если что тут в засаде. Урдак. Да, скорость чуть не умерла. Не понял, что она делала. У меня тут бывает, подвисает, так я хренью капец страдаю в этот момент. Хотя, наверное, вы этого не замечаете. Да, мы, наверное, этого не замечаем. Да. Потому что все происходит как обычно, да? Оп-оп-оп, не боимся. Из палева прилетел. Так. Ох, нифига там народу. Ай, блядь, не те кнопки нажал. Гирокоптер Лотар? Да. Я вас заявлю, чтобы ты достал. Да. Собирай Лотар с БХ. Якоря на кол. Так, у меня теперь маны не так много, как было до этого. Возможно, пора бежать. У меня все еще есть ульта, кстати. Да. Наверное, надо отойти. Будет исполнено. Слушаюсь. Я отхожу. Там Рокет, походу, в кого-то пошел. О, Гандар бежит. Чем могу помочь? Что прикажете? Ты мешаешь мне думать. А зачем туда идем? Непонятно. Понял. Теперь. Зачем шли? Зачем шли, да. Я был вынужден просто дать прокаст. Да, потому что я что-то стал зависать не каждый. Чем могу быть полезен? 5. А каждый 2. Урдак, не бойся.
Ох ты. Ну как бы ничем помочь не могу, да старям. Я понял, понял, что-то я заигрался, да, это. Оборзел. You did it to yourself. Я понял. О, ёпта, нихуя. Походу я пойду сейчас крафтить шлемы, 4 штуки. Опа, а чё, куда, блять? Кого? Все, пацаны, да, толкачал, пусть они молятся. Ну, кто-то здесь точно лишний. Предлагаю свою кандидатуру. Так. Бедный, блядь, как бы его, как его там. Юрик? Селедка. Чё, отпиздохаем его или чё? Ну, я разворачиваюсь. Можно. Давай. Пиздец, блядь, даже не продамажил нас, нахуй. Лобать. Как были фулло... Ой, ещё один, ещё один. Ракету зовём? Ну, давай. Слева БХ забегает. Сколько там ударов по ней надо сделать? 2-2-8. Слушаюсь, слушаюсь, вождь! Пошла. Что, блядь? Ну нахуй. Твою мать, а. Неуязвимость не помогла. Оп. Гоша, Гоша, Гандар. Сейчас арканы будут. Сука, кто мне, блядь, там пишет? Не в этой доте, урдак. В смысле, я только что так сделал? Собственно, на нем же. Ну, ты просто мою камбузу. Я сейчас буду их соединять, вместе собирать. Мы могли просто, как бы, руками его захерачить. Я понял. Чувака, ваншот, сори. Я понял. Колдаун. О, курьер умер, красиво. Ура, ты 4 умерла. Нормально, нормально. Так, а кто у них первый ресвится? Слардар. Нет, Слардар уже есть. Сейчас БХ, через 5 секунд. Аганим, кстати, нельзя. Там ничего не написано про аганим. Блин, как хорошо, что тебя так понимают. Ну, как бы это. Мне пишут там, привет, будешь играть в доте, а я им вот эти факушки кидаю, и они все понимают. Лево. О, на нас вот это, накинули всю хуйню со всей хуйней. Маны нет. Поделите, поделите. А я что-то умер. Наконец-то. Это тоже вероятно. Тоже умер. Это, пацаны, камбэк. Из любой ситуации. За мной ракета на базу выехала. У Урдака всего лишь 7500. Ха-ха, да, точно. У меня 4500 тоже. Оп, ракета нахуй, на, уебало.
Я наточил топор. Время не ждет. Я готов. Шобу. Добро пожаловать. Извини, что? Кто? Чё, прям на варде стоит? Стой там дальше, чувак. Стой. Точнее, нет. Я готов. Будет исполнено. За наших предков. Будет исполнено. О. Ты где, блядь? Алло, ну-ка нахуй, появись. Ой, а чё он так... А почему... Я чё-то не понял, почему он так резко стартанул? Ну и что, что он в инвизе? Там у него больше, чем на никакой у него. Под эффектом колдауна, поэтому он улетел. Под каким эффектом? Ну, он ультом под нас попал, к колдауну. Там очень дикое замедление, даже если ты в БКБ, даже если Юра в вертушке. Юра в вертушке. Юра в вертухай. Понял, Лёха, спасибо за инфу. Обращайся. Ладно, не ёрничать, ёбаный в рот. Да ты чё, никакой... Да, как ты мог вообще такое подумать? Мы даже не ерепенились еще, а ты говоришь. Будет исполнено. Конечно. Я, может быть, капельку кочевряжился? Уёрничать? Слушайте, ни один узбек даже не ливнул из этой игры. Ну так а чего ему? Так, у меня есть форсик, если он сейчас повернется, я ему ебался. Будет исполнено. Он застрял. Или нет? Будет исполнено. Да ёб твою мать, а? Так, пошлите туда. Да, это... Я пошел, короче, туда, под фонтан. Всё. А, ты сидел? Дал. Леха, да, дал. Бери. Игра и заканчивается. Серия байбеков. На характере. Байбеки на характере. Да если б не моя аура, лаура. Так чё, Адамс, едешь вместо меня? Нет. Так, а чё это? А, он повырубал всё нахер в Дискорде. Да, мне несколько минуточек, 2-3. Да, давайте я тоже покурить схожу. Мне кажется, он просто поподслушивать пришёл и всё, типа... Он мне, слышишь, предъяву кинул такой, говорит, я говорю, пойдем в усикап, он пишет, ну, блядь, типа, 10 лет не прошло. Сам, блядь, съебался на площади, и, короче, типа, я ему... Серьезно? Да, говорит, ну, и 10 лет не прошло. Сам, блядь, полдня на площади, блядь, там митинговал за Навального, блядь. А что, он реально ходил митинговать за Навального? Ну, спроси мне очень жаль Адамса, если это действительно так. Если это так, то... Придет, спросите. Мне очень жаль его мозги. И всех его близких. Я редко с Бубсом солидарен, но я просто... Мы вот вдвоем с цветочками на могиле. Самое главное, всех его потомков. Это пиздец. Не, ну он сказал, что типа по фану. Может, он просто шавухи хотел поесть на площадь. Не, ну просто реально, как бы, типа, я знаю таких людей, которым это реально делать нехуй, они как бы не идут, ну, идут туда, типа, чтобы на митинг, типа, не митинговать, но порофлить людей, которые там на митинге. Ну, Адамс... При этом создавая массовость. Да. Массовость чего? Баз данных ФСБ, что ли? Теперь, походу, я вас грузанул. Ладно, Лёх, не так жестко. Что, все что ли, все свалили? Или как? А, или курить ушли? Да, посрать, покурить. Я пока создал, поэтому сидим, ждем. А, меня не закинуло, найс. Снова не закинуло. Бракованный про аккаунт.
Шаверма. Я прям знаю, где живет человек, который создал этот хост. Хотя нет, еще в Перми говорят, еще говорят шаверма. Народ, меня слышно? Алло. Понял. Кого позвать? Шаверму. Пять. Это Каденсу. Самое крутое. Вот в РДТБ... О, просто в РД, вообще в моде, в РД, в Айсикапе, это просто выбирать героев в кругу. Да, это точно, это прям... А, кстати, есть Капитан Драфт здесь, нет? Да, есть. Ты можешь Капитан Драфт сыграть? Да, мы просто долго будем набирать, потому что дебилы не знают, как играть этот мод. Столько лет прошло, они даже, наверное, не знают об этом моде. Ну да, наверное. Не, ну мы как бы играли вроде бы, но там, знаешь, бывает такое, что типа чувак заходит, а что делать, что я должен делать? Банить, Ага. Шаурма. Ну там банов. Там сколько банов-то? Один всего, да? Или сколько? На углях. Как кто? Кто? Да. Кто? Два бана, два бана. Два бана, да? Да. Два бана, 228. 228? Да. Сделай что ли себе ник Лёха 32, даже почти не привру наполовину. Да не знаю, такой надо какой-нибудь очень крутой, типа знаешь, типа Писос Про. Вчера против нас Писос 4000 играл. Куда все? Да, Рома пошел срать, Урдак пошел срать. Я тут. Прием. Ну вот, прям вещает из туалета, из унитаза. Меня однажды играл чувак с ником Лазер Пиу Пиу. Ну это еще ничего страшного. Ничего страшного, ладно, значит я еще... Рома рассказывал, что у него играл игрок в Dota 2 Порно Трактор. Который всех материл всю игру, а потом оказалось, что это еще девушка. И он добавил ее в друзья. А как он сообразил, что она девушка? Ну, да, он добавил ее в друзья. А может он мудак просто? Может он просто мудак. Ром, ты здесь? Я на улице. А? Ты мудак. А нафига ты вышел с телефоном на улицу? Тебя сейчас отберут его, блядь, спрячь в карман. Дурак, блядь. Спрячь карман, блядь. На улицу он вышел, блядь. Сильным, что ли, себя почувствовал? В доту, блядь, выиграл, пошел на улицу, блядь. Рисковый парень, рисковый. Да, есть такое. Ну что, ты за сигаретами, что ли, пошел, а? Да нет, я курить курю. А, ты на балконе, с балкона, что ли? Ну, на балконе, конечно, и я могу с телефоном, знаешь, да. Выебываться сверху. А что тут на балконе? Ты же не из Купчино. Чего тебе бояться-то? На балконе сильно тянет в комнату, потом там воняет. Так что я теперь внизу курю. Внизу, на балконе. Я чайничек, кстати, поставил. Будет кто? Ну, у меня уже есть, но, в принципе... А у тебя с заваркой сразу там или как? Ну, как, у меня там есть отдельный чайничек с черным крупнолистовым чаем заваренным уже. Ну, он холодный.
Давай тогда мне. Старая голову. Школа, что ли? Черный крупный листовой. Да, чай. Там еще я тебе скажу, мало того, что это там зиты, гиты или хуита. Это крупный листовой. Это не труха да. ебаная, которая тебе да, вот там из. Тебя, я тебе говорю, из-под да. этого и самой там начиркали. А слон там есть слон? Слон, но там есть женщина и Индия. Индия, женщина, оранжевая пачка с черным спайсом. О, ну, в смысле, это крупный листовой, да. Понял. Чай с слоном. С ленивцем. Сейчас приду. Прокачал 2 скилла, осталось 6 голды. Хорош. Алло. Да. Так, но у меня один эклерчик, с вашего позволения, все-таки ебану. Разрешаю, только один, правда. Спасибо. Ты только так испортил всю свою фразу, слово. Так все красиво, элегантно начиналось. И серкать буду вам. Рома-то что, вышел с балкона или уже все, телефон отобрали? Значит, отобрали уже. Короче. Что Рома там курить будет? Ты неправильно шаверма написал. Надо было писать вот так вот. Да. Это, короче, сегодня снял кулер. Это. А там шаверма. Да, не намазал его зубной пастой, поставил обратно. Она там вся сохла, нахуй. Я как включил, у меня, блядь, температура 80 градусов. Это я когда только хром запускал, блядь. Нормально. Алекс 88 капкан. Алекс капкан, да. Виктор Делюкс. А еще играет Уэйн Хеннесси. Вы знаете, кто такой? Нет. Это вратарь сборной Уэльса. Спасибо. Я думал, это Хеннесси. Нет. Это. Кстати, Хеннесси правильно читать Анесси. Все, крыса позволила запустить. Анесси. Да. Понял. Ну как, знаешь, этот вот футболист Анри, пишется же хер, а читается Анри. Ну, читается... это долбанный французский язык. Так же, как... Это Хеннесси, это английского происхождения, но читается... Ладно, познавательная пятиминутка от Алексея Блинова. Алексей Блинов. Да, это я. Да-да-да. А почему там антимаг за Фурионом стоит? Почему такая хуйня? Ну, нет места в этой жизни антимагу просто. Иллидан где-то здесь. Ребята, сыграйте кто-нибудь на этом? На какой-нибудь коре я хочу. А то я сами только корами играю. Ого! Пикачу хочешь?
Серьезный чё? Взял курицу. Ты что-то там про ко говорил? Ко. Я регулярно про ко говорю. Точнее, на языке ко. Абэ-конь. Ебать, конь Абэ. Это вы сам знаменитый конь Абэ. И воярка тоже Абэ. Причем даже не спросили, что Абэ как бы... Совсем совесть потеряли. Да. Я как бы... Не очень поддерживаю такое. Нахальство. Так, я понял, что будет происходить в этой игре. Так, ладно, вы там... КП на Ланаю в этой игре, по всей видимости. Нам надо что-нибудь ваншотище так. Под этого, под трусямбы. Ну, трусямбы. Я как бы в жир. Трусямбы давал. Здесь. Ага. Что-то у нас мало ваншота, Птичка, ну ладно. Покорми меня, пожалуйста. Да я сам кушал, да. Поехали, полетели. Полетели. Кто там на меде будет у меня? Да, надо фласочку взять, наверное, сразу. Может быть не может, да, в этой туче перекачку включать? Не может. Ты сайленси в тучке. Мне кажется, что тебе понадобится БКБ в этой игре. Блин, там ЦК еще ласпик, вот это очень неприятно. ЦК? КПСС. ВРК медовая. Походу. Да хуй знает. Да. О, там кто? У нее и у Рома одинаковый закуп. Ну так оба интеллектуала. Так, я лазер взял. Это, а мы будем что-то с ним а делать? Мы походу Лину берем или все-таки не Лину? Походу вообще никого. О, конь АБ вышел. АБ конь прибежал. Там, Лёха, у тебя твой этот... А, у меня лазер, давай шпарь её. Вентилятор твой, Лёха. Шумит, да? Да. Жёстко. Ну, ребят, я вот его потише сделать не могу. Нормально, Лёха, терплю. Давай, стопай меня. Стопай меня полностью? Вообще полностью. Мы будем его? Да, мы его уже ебём. Сейчас ещё стан будет, если нужно будет. Нужно будет. Нужно. Походу надо будет, да. Бей, на догон. Твою мать, ты зачем нуль покупал? Брать, чтобы быстро собрать догон. Так бей людей, добивай. Блин. Нифига себе. Сори, да, я что-то... Если честно. Хоть какая-то польза, блядь, будет от тебя. Думаешь? Хоть какая-то, я сказал. О. Ну хочешь я догон блин, возьму? Грубо, но приятно. Он говорит грубо, но приятно. Значит, ты любишь пожестче. Бля, поставил вард, маны на лазер не хватает. А что там у Лины по регену? По регену у нее есть? О, ты моя кисонька мокренькая. Сейчас я закушу деревцем. А когда начинать ее сверлить? Бурить. Бурим. У меня здесь. О, сейчас вот, сейчас. Карны. Типы пройдут. А я уже начал бурить. А, ты уже буришь. Да. И на икре. Потай только не залети. Да, комп и... твой вард заблочил наших эншентов. Это нормально. Ребята, я прям потею, если... Давай, потею. Только я подвисаю, блин. Каждый раз, когда я ору, ребят, это ничего плохого не подумайте, это я просто подвисаю. Хорошо? Знаешь, сколько как ору, блядь. Лёха пот. А нормальный ник, кстати, Лёха. А тут моя медалька нужна на тебе, нет? Нет, не нужна. Я заберу.
Лёха Морф. Я все жду, когда меня свапнут под тучку. Походу... ЦК. Видимо, Рамзен сыграет, и он ушел к Рамзику. В Найсикап. Ну, вчера с нами Рамзес против нас играл. Блять, тут так модельки так двигаются. Нормально, вот так. Ну ты что хочешь, игре 18. Там наверху руна осталась. Да, я за ней сейчас. Иллюзия. Угу. Тебя помажу разок. Я еще в школе учился. Я макшу, если что, Dragon Blood, поэтому у меня не будет вдуть ей. Спасибо. Твоя любовь это так красиво. Я бы сказала тебе, но нет, спасибо. А, Сали сосали. Ага, а тут конь АБ что ли? А, вот он, ёпта. Здорово, братишка. Будешь качаться? Он четвертый, сука, собака. А тут лес же такой жесткий. Лёх, ну ты вообще красава. Ты же... Кто там меня назвал Лёха Монстр? Лёха Монстр. Лёха Моль, Лёха Монстр. Нет, ты просто не представляешь, против какой против... Это просто... Это... Unbelievable, вот. Лёха Моль? Лёха Боль. Он будет звать меня Лёха. Пропал конь. Он придёт или... Он что-то куда-то уходит. А чё, сейчас Лёх, а эту Лину ебём? Я её бурить буду. Это цыганский, какой-то цыганский... Диалект. Он за руны... Контролил курой, сори. У него... У меня осталось 7 хп. Я, короче, прям через тайр сейчас на неё зайду. Тебе нужно подсветить её сейчас. А, вот. Красиво! Красиво, Микрити! Я сейчас банку тебе дам. Блять, с каждой игрой Бубса все больше и больше начинаю любить. Это все потому, что он не поддерживает. Поцеловай, скоро его захочешь. Так, ребят, мне ваши там питерские штуки... Питерские? Нет. Так они не из Питера, да. Подожди. Курицу... Ну не знаю, по-моему, в последнее время все такие ребята... Это я курицу там, это, купите себе, я ее просто чуть-чуть сдвинул. Там, переконтрольте, что надо. Что надо, чего хочешь, зайка. Блин, мне урна уже... Я сначала выделюсь, я перешел. Не может, да-да-да-да-да. Просто она мне уже минуту несет. Сори, да. Она была снизу? Да. Ну дал 60. Страшно. Тебе важнее. По-моему, меня хотят это... Чпокнуть? Ножка занаглел. Че, я выжил, нет? Да. Фига себе. Я, правда, пропустил 5 крипов. Ну ладно, бывает. Криса, тут инвиз. Да, блядь. Внизу. Да, ёбаные крипы. Опа! Взял инвиз на ЦК. А это он взял инвиз! Так я нажал, чё за хаурма? Бывает. Причём я думал... Ох... Я ещё в другое место смотрел. ЦК в инвизе, да? Да. Ладно, тогда я спрячусь. А, вот а он. Вон он вышел. Он решил забить. Это еще Рики должен быть. Понял тебя. Ты можешь его гасить? Чё ты ему не тычкуешься? Могу. Я бурить буду лазером. А, всё, вижу их двое, вижу, всё понял. Фарми, да. Сейчас меня ЦК стандарт. Пусть дает. Я тебя буду захилю лазером. Давай. Если что.
Ой, я вы... О, ну они знают, что, в принципе, что я здесь. Так, я до дому и верну, ну, и приду. О, Лёха. Лёха, с этим дерись. Дерусь, дерусь. Просто тебя в тучи. Успею, не успею. Не, наверное... А, или тут чё? О, красиво, Лёх. Йомасай. Йомахом. Йомасо. Йомаха. Йомасай, это в смысле как? Ёпты, Масай. Ну, Дед Мазай. Это как-то очень сложно для меня. Дед Мазай Гойдин. Сам нет. Кого, Лёх, позвать? Заживало тебя там что-то. Я говорю, тангусами хочешь, поделюсь? Не, не надо, Лёх, у меня ботинок. Всё, да, бля, да ты наркоман, что ли? Ну ладно, можешь один вернуть. Потому что у меня сапог зеленый. Я вижу, что у тебя зеленый сапог. Мистер зеленый. Опа, тут гангстер. Гангстер. Надо гасить, Лёх. Надо, чтобы Рики скрыл. Начинай рамсить. Алина мисс, кстати. Я повис. Да? Я только хотел нормально стильнуть. Стиляга, что ли? Вы Алекса Капкана убили, вы чё? Ну, кстати, да. Теперь на балкон с телефоном не выходите. Должен быть, должен остаться только один. Лина сверху. И это буду я. Сейчас ТП взяла, возможно, куда-то полетит. Капец, я Алакрити. Ты Алакрити? А да. Я... Чего? Вот так это нужно. Ну, это палакрик. Лина была. Ну, я 4 раза убил, по-моему, уже. Опа, Лёха. Бэк. Это... Бэк, плиз. Это, как это? Как там? Говори, блять. А чё они вообще тебя не бьют-то нахуй? Я не знаю, я говорю, это какой-то изи просто. Просто, блять, ты зашел под тауэр, они стоят, а короче-то крипов бьют. Лина все еще здесь. А, тут еще конь АБ. Понятно. Задуэлили. Писец. Лина все это время стояла в кустах. Думал, она купила ТП и улетела уже нахер. Ладно, меня под вышку-то, ёпара сатэ, ну... Лина ТП-шнулась. Опа. Красивлю. Забыл я, что-то хотел сказать важное. Заебали засорять эфир. Я тебя люблю. Ну нет, было другое что-то. Более важное? Да. Да чё ж ты не перегрешь? Лёх, ну вот сейчас похилю вот это вот. А забей, у меня это... У меня... Ой. А, понял. Гангстер с догоном. Я думаю, сейчас конь АБ будет с... Да, Ой, Лина, да. Лина тут, Лина седьмой. И один. Опасно. Тебя могут это, за... За ваншотить, ага. Кэшбэк сделать себе. Кэшбэк? Вот я, кэшбэк я люблю. Опа, Лину там жарят в жопу. Ты, Лёха, они ассистент. Ох, не добил, что ли? Шо такие, а? Я был уверен, Рики ещё здесь. Я был уверен, что добью. Я пошел Т2 пушить. Надо срочно закупиться. Трое сверху. Трое сверху, не считая собаки? Да. Че, попробуем его прижечь? У меня один спел только, вот этот, и все. ВР-ка куда-то, не знаю, куда ушла. Легион. Сейчас... Легион. Легион да. Дагер. Легион Дагер. ВР-ка здесь. Дуэль, благо, не выиграет, а так. Не а так спит. Блять. О, курица. Опа. У меня яичко. Я тебя поздравляю, вы. На город наших союзников напали. Склоняюсь перед вашим. У меня поинт бустер. Кто-то на руне был. Вот так идет, вот так идет. Кто-то розовый. Розовый слоник смотрит. Что за шакл такой?
Коня Б. Опа, Лёха, а чё, он прыгнул в тебя? А у меня нет ничего, не могу. Ой. Помочь. Я лечу на мид. Там за урдаком такая погоня. Да, там... Я сейчас... Просто... Как же их развел сейчас? Ой. Как же это все произошло? Ведь немало времени прошло. Ты не учился так играть в доту, и у тебя на это 5 причин. Первая причина – вайваев. А вторая тоже – вайваев. Третья причина – вайваев. А я думаю, конь, ты сейчас коня не расскажешь, что со мной происходит. Можно убивать коня. Я его веду преследование коня, он на мид выходит. Я там повернул. От того, что я он... Я веду преследование коня. Чувак, ты как этот? Как офицер... Как офицер Бубс говоришь. А, точно, он блинкнулся вот сюда вот. Лёх, они хотят тебя шпилануть. Давай их убьем. И... Тут трое, правда. Яша, конь и бритва. Мы на подходе, мы на подходе. Я и второй догон. Лёха, держись, Лёшенька! Эх. Лёшенька! Да, что-то я это... Да это не ты! Тебе надо было тупо перекачаться и всё. Опа, яичко им! ВР-ку поймал. Сейчас трапу кину. Надо гнать. Гоню, гоню, гоню! Да ты собака сутулая! Парень. Здесь реки еще. Пацаны, пацаны, тут этот, тут. Надо его светить, надо его срочно светить. Рома, свети, Рома, свети! Я у меня сбился, грёбаный! Он от яда догорел. Стуц! Урну кинул. Ой, как мне, я не люблю эту доту из-за того, что тут модель сбивается всю грязь. Ну почему на Гандаре у меня ничего не сбивается? Забинди героя, блять, тупой ты дегенерат! На Ctrl 1! Думал, как можно терять контроль в игре, где у тебя один юнит, блядь? Вот это один нажимай, Ром. Вот это ты сейчас в сердцах сказал. До единички ближе тянуться. Ctrl 1. Если герой умирает, то оно разбинживается, нет? Ром! Нет. Ты Бубса любишь? Да. Спасибо. Ой, они тут же вард сбивают. Че, больные, что ли? Они не че больные, а чебупели. Чебупели? 228. А че там сверху происходит? Ну, пока ничего, больше дефа. Да, пока, я думаю, отдефим. Опа! О, варды просто. Опаньки, опаньки. Да, у ВР-ки варды. Ай, чё-то я задел. Чё-то они тебя выловили. Да-да-да. Кацап, кацап. Не знаю, блин. Ну ладно, ничего, Лёх. Да не, ничего, просто видишь. У нас там... Сейчас и куда? Я... У нас там низ немножечко подгорает. И низ, и топ, и... Это... Ну, можно вообще пойти по миду. Кто-то пошнулся. Там у них вард. Они тебя увидят, если что, в инвизиор, да. Но он не боится, он смелый парень. Гнать, гнать. О, все хорошо. Подсоблю, подсоблю. Верга бы тоже умерла, если бы у меня стан прокнул. Алексея ловите, да? Или Сашу? С Алексеем не все так просто. Это Алекс. Так он, я и говорю, или Саша. Тут как бы хуй поймешь. Опа, 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 опа. Так, ЦК, наверное, побежал в левый магазин. Может, он за ТП?
Ну, я урон вроде получил. Не, ЛЦК на топе. Ай, да ёпа. Ты бы лучше по прямой бежал, если честно. Ой, не знаю. Теперь ты умер. Если бы ты по прямой бежал, тебя бы подсейвили. Ну, просто ты ничего не выиграл с того, что ты побежал туда. Ну, я согласен, да. А, тут трое. Можешь убить все равно. Ладно, ну что ты Леху-то осуждаешь? С разворота урну в нее плюс... Не, ну почему? Правильная критика, все правильно. Надо просто было прям бежать и стрейфиться, а я чё-то... Да ты стрейсился, стрейсился, но под пиво. Я думал, там в ёлках отшатаюсь. А отшатали меня. О, коня Б, блядь! Ты понимаешь, что топ-го убьём по фасту? У меня как бы так немного спилов, но парочка возможно. Гоу? Гоу. Что-то как-то быстро он упал. Понял, да, я, наверное, сам не понял. Ну, он просто педальный. Да. Я люблю тебя, конь. Конь, ты мой родной. Педали я не отдал вышку. Снизу красиво, Лёх. Вообще. Я пойду домой, у меня нет ничего. У меня вот так вот. Катапульту. Успела выстрелить. Вот сам мне все время ругает, а сам не бил катапульту. Вон, видите, да, ДД, микрочелик. Блин, тоже даггер. Микрочелик на минимапе. Да. Ой-ой-ой, там Бупса пытаются убить. Так, я пытаюсь. Бупса убивает. Габилити. Так, я даю ТП, но походу уже поздновато, да? Так, ребята, это вам не прошлая игра здесь. Да, тут тебе здесь не это. Спотнуть. Че, будет кто-то на коня, урдак? Может, коня? Да. Не, хоста. О, Лёх, тут вон Иверка бежит, сейчас будет прыгать. Это кто там, Лёх, ты, да? Я подойду? А, ну о, вот видишь, что женщины делают. Живу, но я ничего нажать не смогу. Ой-ой-ой, я пошёл. Блять, он ебанут? Блять, как жалко, что я отбежал, а? Серьезно? Добро пожаловать. У меня было 5-0, а сейчас 6. Там видел, да? Где-то тут. О, здорово. Нормуль. Ну, дотянись этим тосиком. А, все, ушла с этого. А что с ней? К вам слева кто-то идет. Она, блин, канулась. Угу. Стой, огурец. Я под крыло. Да. Под крыло, чебуреки, чебупи. Планируется? Кто? Кто? А ты сейчас меня не слышал, э? Да, что мы заходим? Слышал, слушай, что? Слышал, вот такое меня... слово планируется. Я понял. Короче, понял. Я нажимаю дракона. Капусту. У меня, о, ЦК. Интернет. Роутер, что ли, купить. Ай! Да иди в жопу! Я ДД два раза нажал, ДД.
Неплохо. Подуэлиться хочет. Подуэлиться. Ну, судя по всему, я выполняю свою функцию затанчить. Что нормально. Рефракшеном, да? Да-да-да. Ой, а можно я возьму, ну, или вот так ты заберешь? Чё там? Давай тут я... этот. Ну, у меня так же мало. Да, да, я короче, через базу сгоняю, забери её. Я курицу себе несу. Кто там? Курицу себе принёс, на базу летит. Наши воины вступили в бой. Блять, как они любят наши воды там сбивать. О, на урдака, короче, семером на. А, так они там его не зачпокают. У них как есть ворды. О! Яйцо! Господи. По-моему, это сейчас было убийство. MLG no egg. Без яйца. 228 градусов было. Температура варенья вкрутую. Вот это единственное, что остается ему сделать, мне кажется, после этого я так даже как бы. Они вообще поняли, что, блять, произошло нахуй? Блин, Т2 везде стоят. Ага, есть такое. Они тоже стоят. На базе. О, там у ВР-ки два даггера было, ну ладно. Ром, дай мне дагон. А, ладно, не надо. Я вот только этот успел. Ой, там биджут. Биджут. Сверху крипы к тайру подходят. Блять, как охуенно за этого играть, за Гандара. Ты не должен делать ничего, кроме как кидать метку. Еще дубан. Гаус снесем, короче. Не? Фонтан, судя по всему. О, что вы находитесь именно там. Пол хп, все, Гандар. Как приятно. А тут сюрикен по всем летает или только по одному? Ой, нет, по всем. По всем, по всем. Сейчас меня слаб. Что сейчас меня слаб? Ну, сапог, включайся, включайся, сапог, регенься. Да включайся, сапог, хватит бить таур, блять. Ударил, ой. О. Дедвопс. Угу. Это что? Сапог включился, кстати.
Идут на конях просто наезд. За Женей сейчас хотят. Хотят этих наггетсов золотой петушка. ТП жестко. На опережение похоже. Хотят золотого петушка. На конях. Я, блядь, слышу себя. Алло. Это у Лёхи. Это у Лёхи. Ем в коне. Лёха, что ты сделал, что я себя слышу? Лёха, у тебя кот, да. В смысле, я... Лёха, ты не через наушники сидишь, что ли? Так да, там же вентилятор был. Дрестыц вентилятор. Нет, наушники-то как на вентилятор влияют? Без наушников, говорю же. Потому что там... Вентилятор слышно был. Хочешь сказать, что микрофон у меня вот здесь? Вот здесь. А, точно, точно, вот он, я его прям вижу. Спасибо. А у тебя отдельного нету? Или ты на него... Передай ему привет, Лёх. Микрофону? Да. Прям вот большой и пламенный, да? Да-да-да, она. Прям по губам ему поводи. По губам. Я с планшета могу и да, этим... Ну сейчас, кстати, лучше стало вроде как. Не слышу, я теперь пока ну, не да. слышу. Да, да-да-да. Интересно, почему она появлялась. Кто-то на меня Линкин сферу накинул. Чего желает мой повелитель? Или не накинул. Алло, а кто-то может выделить меня? О, смотри, какие мы драконы! Я такой тр, а и ты такой рр. Смотрите, а почему у меня написано статус Линкин сфера на мне, типа, а ее на самом деле нет? Короче, я не знаю, но я знаю, что тебе могу сказать, что, короче, наггетс и золотой петушок ел ты, я вот нормальный прожаренный, а бумс пережаренный. Вот когда понял. В драконе. Вовремя гем подобрал. Не, ну это баг какой-то, вон у меня статус. Ну, нормально, поздравляю. Наши воины... Статус. Президент of Dota. Да. Алло, гоп от фонтан, яйцо замутим. Не уничтожайте давай трон, на. Пожалуйста. Как-нибудь, я не знаю как. 5 минут. А ой. Меня-то забыли? А там только одного. Место только одно. И сразу предупреждай хотя бы. Да-да-да, я не предупредил. Ребят, вы можете там пойти покурить, я ребут? Давай-то. Давай. Я сюда что-то не делал совсем, попробую, может. У нас потери? Не, он же... Вот эту игру можно назвать изнасилованно как дети. Если вы понимаете. Ну да, то что там происходило. Перезапускаю Warcraft. Что-то ты их там сильно туда-сюда им делал. Ну когда комп меня засейвил, как бы реально легионки, единственное что осталось, это Alt-Coco нажать. Легиону. А у Адамса кто на аватарке? Это кто? Легион команды в женском роде, это абсурд. Это Ван Даркхольм. Что? Ван Даркхольм. Понял. Вот. В скобочках нет. Изучи. А, это тот мужик, где типа, ну, они встречаются в мужской раздевалке, это? Или нет? Как урдак быстро просто скинул в молниеносно. У тебя сохранено где-то? Просто набрал в гугле Ван Даркхольм. Блять. Да иди в жопу! Да пойди в жопу! У меня сейчас на стриме, блять, эта музыка загорает, заблотит все нахуй потом в. Как у, блять, да.
пока создам игру. Да, что-то, кстати, бупс это самое, вроде... Когда у меня слетело это, он чудо такой рыч у него прямо. Он как накипал и все раз так выкипело. Ну все, ну типа, ну как бы долго просто это кипятилось. Не пускает. Шаурма на углях. Я хочу тебя. А шаурма. Блин, сегодня что-то был такой позыв прямо вот типа все, хочу в Вов играть. Ну так я зашел, в катаклизм, уже начал хилить себя через хилбот и сразу же вышел. Только если б ты был, мы бы могли пойти данжик. Ну да, да. Ты мне скинь ссылку на тот, где мы играли. А я, ну, могу попробовать, конечно. Просто сайт хотя бы, я там разберусь дальше сам. Мне надо вспомнить, как я там вообще... Я нахожусь к челленджу, пойдем качаться. Так, гугли. Артемис. Артемис Вов. Сейчас я просто сайт сам потерял. Twin Star. Не КЗ, а СИЗИ. СИЗИ. А мы каких там левелов? Ну, 30-й, 30-й. Ну, 30-й вроде 40-й, сука, задрот. Да. Не, ну года через два, может, даже в рейд сходим. Да! Ну так-то чисто можно под пиво данжик один пройти, знаешь? Да, 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 да. Интересно, какой? Ну любой, через ПП, что найдет, то и пойдем. Так, там хорошие песенки, я вижу, кидайте. Ага, вот ты на них стригерился, да? Да. Красиво. Я не помню содержимое, но, по-моему, это не песенка. Ну, там просто музыка началась. Ну да, там не песенка, там скорее так. Ага, так это ж мы призвали его, ёбансон, на аватарке-то. Угу. Только, слушай, я не помню, где здесь это качать. Ты разберёшь? А я там, да, я... Там аккаунт ведёшь и где-то, блядь, и да. Тут, где его качать, не помню. Там есть где-то ссылка. Да, там этот, вон... Там главное язык не менять, как я в тот раз да, делал. Да, да, язык не поменяешь, не зайдешь больше нахуй. Вообще, в компьютер. Не, ну это вообще жесткая была проблема. В самой игре поменял язык на русский и все. И, в принципе... Проиграл. Да, слава богу, что ты пришел. Да ты сам пришел. Тара-ра-ра-ра-ри-ру. А там какой там? 85-й даже, да? Да, да. 85-й. Да. Что-то я вам хотел, может рассказать, а может нет. Сегодня я был в пятерочке. Там была охуительная очередь. И чувак взял булочку и кока-колу. И такой, блядь, все время... спрашивал у проходящих мимо работников пятерочки, а не могли бы вы открыть еще одну кассу, так как дохуя народу? Подкрыл эту булку, начал жрать и запивать кока-колой прямо там. Не, ну нормально. Не, ну нормально как бы, да, но такой, знаешь. Гангстер. Да. Выглядел как гангстер. Че-то... Вопросик. Леха. Я под вопросом, да? Ну, да, ты под вопросом. Да. А у тебя появился этот экран? Сейчас я тебя сам кикну. Все правильно. Это угроза?
Не, просто походу он нажал escape, а тут как бы он на месте. О, другое дело. Ты посвежел. Нормально, да? Ага. Походу дело в этом, во мне. Да. Надо кого-то героя... Не надо было лишнюю кнопку за месяц нажимать. Слушай, а там же у тебя, там же ты ГБ сделал вторую ячейку, 1000 голды на счету лежит в банке. Да, да. И вот если бы сейчас не. Вот сейчас просто по сердцу ножом, это все. Это вот, вот сейчас точно затриггерил на то, чтобы я это все скачал и за. Коня Б. Коня Б. Ёти. О! Нет. Не это вижу. Просто. Ой, Женя, какой же это байт? Это просто гениальный байт, по-моему. Так, про. Пиос Асус! А, Пиос Асус. А я думал, Писос. Пиос. Слушайте, тут есть две панды со шляпками, их надо брать по-любому. Нужно действовать. Киска. Две панды со шляпками. А, три панды, подожди, три панды. Алло, надо просто пандариус. Опа. Три всё, пандария закончилась. Закончилась, ой, она у кого-то началась, походу, дела. Там есть еще слева. Ребята, по-моему, наш шпион. Кто-то за нами шпионит. Да. Я готова. Че, третью панду отдаем, он тоже, да? Мы готовы нанести удар. Хз. Нужно действовать. Йортерн, кого? Юр. Кого тут взять? Геомансер, бери. Геомансера. Опа. Это... Дрить говна поналагали. Могу с автоматом, но... Вон, земляную панду взяли, видите? Немножко мхом заросла. Блин, что-то очень плохо. Да, жестко слишком. Ну ладно, у нас контроль есть. Должны это... Главное попасть. Я дазла, наверное. О, у нас проблема. Короче... Вы в курсе? Если я дазла особенно возьму. Нет проблем, не вижу. Я, короче, вас не знаю, я ушел в бес. Давай. Наберешь. Давайте. Ну, мне придется дазлу взять. Вы не оставляете мне выбора. Да, утро. А там кабаняра 4-5-4. Ой, Баунти Хантер. Баунти Хантер. Ой! Нажал, блядь. Клярите, заполярите. Киска, ты чё? Ну, блядь. Ой, сори. Я на самом деле хотел киску взять, но Женя опередил меня. Покушала бы лучше вискас. Очень хотел юнуса. Да, о, смотри, это что такое? Ну там вар поставил, а он что куда-то он куда-то закидывать будет сейчас по-любому. Я вообще не ожидал такого поворота. Ну обычно вот сюда закидывают. А, ну может быть, кстати. Я готова. Он там стоит, да? Ну кого, короче, еще. Тихо. Попал. Богиня согласна. Можно подойти и похилиться. Так я и думал. Почувствуйте гнев луны. Путь. Лёха больно делает тебе. Да я вижу. Ну, может. Мы можем подойти к нему и похилиться. Понятно. Иду. Лёха, ты на линию-то тут пойдёшь? Тут Манус прилетел. Могу, ну, сейчас, видимо, на базу уже иду. Всё толку у меня сейчас. Встаньте к нему, похилимся. Иду, что это я. Могу, в принципе... А, у меня щитка нет. Ну, куплю щиток. Да нет, это что-то вообще не дело. У меня лаги, это капец. Лёха, тебе из дискорда просто выйти и нормально всё будет. Да? Ну, давай. Попробуй выйти, да. Я так полагаю. Богиня согласна. Так я и думаю. Можем убить, если вы сейчас развернетесь. У меня только хил. Я попробую, ну, если я смогу привести. Стрелу кинул. Комф, тебя бьют, тебя бьют. Вижу. Так я и думаю.
Или мы его бьем? Мы его бьем. Мы его бьем. Но у него две свечи. Мы его бьем. Бью. Так я и думал. Вот это он на хайграунд, что ли, нажал, или что с ним? Так я и думал. А, там еще петух. И сейчас он черт. Если он вскроется, мы просто убиваем нахер. Да. Так я и думала. Я туда по этой. Блин, у него мана на две плюхи. Вперед. Богиня согласна. Путь. Так, ладно, вперед. Я на базу. Тут кто-то вот шел. В адвизе Гандар, наверное. Но он может лоу хп. Окей. Могу привести, попробовать. Это а у меня маны нет. И лоу хп. На город, на напали враги. А, у нас сверху пустая линия? Да-да, ладно, я пойду туда. Плохо бахаете. Можно действовать. Настолько сильный, что одна линия просто АФК. Так я и думал. На город нам я готова. Напали враги. Чего мигает? Коза. Доверься. Ну, Бубс его понял, наверное, нет? Вперед. Кого позвать? Все, я наверху. Не беспокойтесь, экспа зря не теряется. Хорошо. Хышник. Ща арканы возьму внизу. Нихуя, ты модный вообще блатуешь. Промазал. Так бы кильнул, конечно. Так я иду. Вперед. Богиня согласна. Вперед. Путь. Так я и думал. Вперед. Я на мид иду помогать, вердак. Не знаю, насколько тебе нужна вообще помощь. Я просто по райт-кликаю в него. Да, думаю, все ок. Что-то... Если ты мне арканы дашь перед тем, как уйдешь... Сейчас. 10 секунд. Я могу его привести, хочешь попробовать? Попробуй. Он что-то очень боится сильно. ЖК, а можешь купить мне ТП, пожалуйста? Конечно, конечно. Взял. Курицу еще раз направьте на себя, спасибо. Так я и думаю. Богиня согласна. Путь. Так я и думаю. Он вниз на руну пошел. Блин, инвиз возьмет, твою мать. Ну ее ботла же нету. Богиня нету. Ну, пусть берет. Но я его тогда убить не смогу. Ну это да, это проблема. Зато я ему клярити сбил, скорее всего. Не сможешь, сейчас панда придет. Во имя богини. Почувствуйте гнев луны. Бей! Не, он тут. Почувствуйте гнев луны. Панда, да, мисс у меня. БХ, да, этот, вард только что убил, или это птица была. Да тут он, тут он. Розовая панда, на месте, на месте. Так я иду. Так он должен, блять, умереть, его должно сжечь, но. Ого. Я готова. Вперед. Так я и думаю. Богиня согласна. Так я и думаю. Вперед. Богиня согласна. Путь. Так, мне урна летит, с вашего позволения. Богиня согласна. Так я и думаю. Богиня согласна. Так, тени вниз у меня. Так я и думаю. Мне пивка в лицо бросили. Ну, я люблю пивко, нормально. Богиня согласна. Аркан еще залью. Во имя богини. Богиня согласна. Путь. Тини мисс. Нету тини. Да, он тут. Доверься мне.
Почувствуйте гнев луны. Блин. Вперед. Нужно действовать. Во имя богини. Путь. Почувствуйте гнев луны. Так я иду. Тяни на нижней руной башню. Согласна. Гондор. Верь со мной. Или не пошел. Так, панда у меня мисс. Земляная. Ну, земляная, которая... Пандарин, брю, пиво мастер. Есть на месте. Так я иду. Богиня согласна. Есть так ульта, если что, кричите. Вперед. Так я иду. А ты кто? Я Батма. Поебал на. Что там снизу? Так я иду. Путь. Ты в инвизии? Не, я в курсе. Нужно действовать. Ну не в курсе. Склоняюсь перед вашей волей. Так я иду. Джукнуть хотел, но там кулдаун буквально долю секунды до хила. Ой, иди нахуй все. Ну давай, наберешь, птица ебаная. Тварь. Так я иду. Путь. Вперед. Богиня согласна. Так я иду. Доверься мне. Богиня согласна. Путь. Так я и думала. Путь. Вперед. Так я и думала. Вперед. Путь. Убьем сверху. Так я и думала. Ну попробуем. Не РП. Сейчас только я. Если попаду в кого-нибудь. Чем-нибудь. Гоу. Богиня согласна. Так я и думала. Вперед. Богиня согласна. Песос про. Богиня согласна. Вперед. Так я и думал. Вперед. Почти ультанул. Да. Там, короче, знаешь, какая тема? Умирает Тини, моя стрела влетает в этот момент в панду. И он не успевает раскладываться второй раз. Жестко. Побежал в лес, брат, только что. Наш. Вперед. А нет, он здесь все еще. Согласна. Вперед. Так я иду. Мы готовы нанести. Мы можем, кстати, их убивать, я не знаю еще. Верьте мне. Путь. Вперед. Так, панда сюда пришла, тени не пришел. Тени вниз. Тени внизу. Так я и думала. Нужно действовать. Богиня согласна. Вперед! Богиня согласна. Вперед! Богиня согласна. Вперед! Ты заебал, ты дурак, блядь, что ли? 50 ему надо. Я готова. Вперед! Богиня согласна. Вперед! Так я иду. Мы готовы нанести удар. Богиня согласна. Вперед! Так я иду. Они знают, вперед. Что тот вон там. Путь. Доверься мне. Так я иду. Вперед. Так я иду. У меня просветки нет. Богиня согласна. Так я иду. Богиня. Ты забей. Мы готовы нанести удар. Путь. На нас на обоих трек. Богиня согласна. О, панда с даггер. Панда даггер взяла. Так что теперь будет врываться, клапать. Так я и думала. Богиня согласна. Путь. Так я и думала. БХ куда-то улетел. Богиня согласна. На мид налетел. Путь. Так я и думала. Во имя богини. Панда, походу, это собирается тоже. БХ возвращается вниз. Панда мисс. Походу, ТП пошел покупать в магазин.
А, не, на месте. Панда на месте. Иду курдаку просто прикрывать. Богиня согласна. А, бухаю даже так. Так я иду. Обманщик, обманщик. Я готова. Нужно действовать. Панда мисс. А, нет, на месте. ТП у него нету, мы пока готовы. Что не вижу. У меня нет ни просветки, ни варда. Я готова. Богиня согласна. Вперед! Нужно действовать. Богиня согласна. Путь. Ох, сука, блин, кулся. Пиздюк. Ой. Доверься мне. Вперед. Почти не хотел. Путь. Путь. Просветка прилетела. Вперед. Богиня согласна. Никого нет на карте, кроме панды. Мы готовы нанести удар. Так я иду. Он здесь. Вперёд. А, понял. Во имя богини. Даже так? Чё, мы типа не подерёмся? Ну, тут много вроде. Так я и думаю. Вперёд. Бей. Он под треком, он быстрый. Помойка ТВ. Помойка ТВ. Понятно. Минус просветка. На мне трек. Я тоже. Я готова. Путь. Вперед. Так, панда мисс. Согласна. С даггером. Богиня согласна. Нет, здесь на месте. ТП нету. Нужно действовать. Там пошла ульта, урдак. Богиня согласна. Сори. Я выгнал его из игры. Ребят. Честно, не хотел. Так, панда так и не купил ТП, купил арканы. Так я иду. Мы, походу, можем даже заходить. Вот панда сейчас пешком пошла, наверное. Я не знаю, ТП купила, нет? Или в туза зайдет, или... Блин, ой. В смысле, вон она, по-моему, да? Она? Да. Да, она. Привет. Давайте убьем просто их. Давайте. Хотя меня еще убьют. Я грейванул тебя, блин. И я урну не зарядил, а панду. Я прям же, блин, здесь же стоял, ну. Может, если она как панда и умирает, то ты не получаешь? Может быть, кстати, я не уверен насчет этого. Ну, в теории, да, как бы пандарен-то мелкий умирает. Он умирает как пандарен, а не как панда. Возможно, возможно. Так, там Т1 еще стоят. А, не, один только Т1. А вот куда мы сейчас идем? Можно вопрос? За радиком. Ах ты, пидор. Идите в жопу, я ливаю. Угай, что такое лютое замедло? А, ну да, я, походу, дела на базу иду. Или не иду. Стоял ФК, короче. На топ 4000. Богиня согласна. Богиня согласна. Да, утро. Нет, как там эту песню-то... Твоя люльта, это так красиво. Красиво. Да, да, да. Здравствуй. Нужно действовать. Рада видеть тебя.
Сегодня поставлю на скачку этот катаклизм. Завтра, с завтрашнего дня можно. Я готова. Поняла. Ну, имеется в виду, когда время будет. Доверься мне. Поняла. Богиня согласна. Богиня? От слова багет. Вон наверху запасы, да? Да-да-да. Вскрываем кладовые. Богиня согласна. Жизнь за Нерзула. Не хватает золота. Нужно действовать. Так я и думала. Ай-яй-яй-яй-яй, электрическая мра-мра-мра-мр. Богиня согласна. Панда умерла. Твоя любовь, это... Твоя... Твоя ульта, это так красиво. Я бы покрасила, но я побрила. Туда стреляю. Не попадаю. Нет никого. Нет никого дороже. Вот этого крылатого крокодила. Крылатый крокодил. Дил-дил идет. Видели крылатого крокодила? Вон на думе играет. Так я и думала. Так я и думала. Оп, попал. Богиня согласна. Я готова. Вперед. Там походу все, да? Угу. Мы готовы нанести удар. Поиграно. О, крокодил пошел вперед. Выманивать. Пойдемте выманим. Богиня согласна. Он крокодил, дил идет. Он их радиком поджигает. Я ему стрелу даю. Да выебывался. О, второй, другой идет. Он бросать будет. Или не будет? Во имя богини. Богиня согласна. Вперед. Богиня согласна. О, нормально он тебя. О, вот это он молодец. Он продал все, купил фурстаф и фурстафнул Рому под фонтан. Вот это мошенник, блин. Вот реально мошенник. Хорош. Богиня согласна. Так я иду. Богиня согласна. Бей! Лёха за текстуры птицу увёл. Красиво. Ой, я не туда дал. Песос Про. На дне таблицы. Пьёс. Сейчас перезапуститься надо. После этой можно сделать перерывчик. Или как думаете? Перерывчик в скобочках все? Ну, может все, а может не все. Не, ну... Ну, сейчас эту сыграем, посмотрим, как пойдет. Ирвиш из... Про Дискорд, это мне вопрос, да, нет, не браузерную, клиентскую. Клиент? Чё-то лагает. Да Лёха, у тебя, наверное, просто, ну это, ноут-то у тебя какой? Ну, что тебе сказать, i7, 12 гигабайтов оперативы. Говно. Значит, у тебя да. Какие-то проблемы. Ну, походу, у меня перегревается, я вот пытаюсь смотреть, вроде... Ну вообще у тебя, блядь, эта хуйня же жит, как у Саши охранника. Но ты можешь скачать, посмотреть температуру. Скачать температуру можно. Странно. Скачай температуру. Скачай оперативки себе. Да, лучше оперативки. Скачай больше оперативки. Да. Как бы не пришлось мне ехать в Сестрорецк, чтобы мне там этот, пастой намазали что-нибудь. О, так зубной, только если. Ну, Лёх, не езди туда, тебе там намажут только не компьютер. Лёх, сегодня я ходил в Пятерочку, взял 3 Colgate разных по 42,90 по скидке. Так.
Вот, там эта акция. Не по полташке, а по 42.90. Э, а что такое Шазик Дота КЗ? Алло! Это мой кореш. Понял. Жасик, это же Сулан. Так он против, он как бы он понимает, что он минус сразу же. Ну я ему предупреждал, но знаешь, с азиатами все-таки сложновато бывает порой общаться, особенно с казахами. Заходите. Ну, ты так тонко намекаешь. Меня два раза подряд не пустило. То, что они тупые, да. Камф. Они, знаешь, я не скажу, что они тупые, они какие-то вот на своей волне. В чат. Потом тупые. Проверь. Сейчас проверь. Я, это, там если музыка, я попозже посмотрю. Нет, музыки нет. То можно попозже посмотреть все равно? Конечно. Спасибо. Тебе понравится, мне кажется. Так. Дота КЗ. Хотя сказала бы. Ясно. Жесткий. Кошаки это мы в Стронгельторне, а ворона это этот хант какой-нибудь. Декабрь уходит. О, чувак точно останется в игре. Как пить дать? Адик Байк, я хочу с ним играть. Раковина 43, надеюсь 43 это регион. Это почти мои земляки. Ну чё, кикать декабрь, это... Так, я вернусь. Декабря. А зачем его кикать? А потому что он сейчас, наверное, выйдет. Ну, стартани! Да, если вот стартани... Ну, я просто не понимаю, давайте чё... ставки делать, ставки. Ставлю сотку, что ливнёт. Да. Походу, проиграл я сотку. О, не, ну на самом деле это очень серьезный поворот, потому что никто не ожидал такого. Угу. Ты понимаешь, что я аналитик, я по специальности мат-моделирования, я должен был все разрулить. Это же все подается жесткому этому да, анализу. Да, ну все время было так, просто сработал 0,1%. Или ливнет. Или ливнет. Да. А вот вопрос о том, какой процент того, что он ливнет, совершенно другой. Там опять ЦК за коровой спрятался. О, мужики, а можно я возьму медведя? Ну, пожалуйста. Да. Ну, медведя, ну я прям очень люблю медведя. Да. Я прям люблю медведя больше, чем любит медведя Матумба Мэн. И Адмирал Бульдог в лучшие годы. Это просто второй герой, которого я освоил после Баратрума. Да, конечно. Убедил, да, тебя? Да, вообще сразу, я тебе сразу сказал, что бери, делай, что хочешь. На свап, может, не возьмешь его? Чтобы, ну, мало ли, медведя заберут. Хорошо. Заберут медведя, хорошо. И что я буду делать? Хорошо. Я пока взял... ничего не качается, Мишка пропадет. Да, ничего не делаю. Отлично, говори, кого тебе. Вот прямо сейчас можешь говорить. Так. Я шучу, ждем. О, там Хаус Найт. Я знаю, что я возьму. Энигму? Нет. Ну придумал, кого тебе пикнуть? Главное получить шестой. Да, сейчас подожди. Это, давай мне Бэйна. Бэйна, вот ты прям угадал мой выбор. Я тебе хотел предложить либо Венгу, либо Бэйна. Но за Бэйна было то, что он этот... Он статовый. Да. Так, я курицу никто не купил, я курицу возьму. Я успел. Что здесь есть в пуле? Мне что идти взять? Куда? Мид или лайн? Давай, в смысле, мид или лайн, господи, что я говорю? Спроси у ребят, мне все равно. То есть нет, мид я в принципе не хожу, я либо хард, либо изи. Я имею в виду, мне лес или лайн. Что-нибудь по лейтове, пожалуйста. Потому что я у нас куча на говна. Я на медведе лейтове там всех вынесу просто. Вот дайте только мне 25 минут. И что соберет МКБ?
Нет, МКБ попозже собираю. Понял. Я ничего не нашел. Короче, я контролю медведем нижнюю руну. Был морж. Самой, самим собой контролю верхнюю. Чен. Поняли, какой я жесткий, да? Да-да-да. Да. Опа, а тут этот, а тут меня ждут. Тут. Тут ЦК КПСС. Да. Значит, можно предположить, что на топе ЦК не будет. Там. Вот это неплохо, анализируешь. А... Почти этот защитил. Кандидатскую осталось только найти. Мудаков, надо, который, кстати, выходить уже. Которые будут ее со мной защищать. Тихо, спать полег, лег. Ну, Ром просто въебал кулаком дал. Так, двое идут топ. Че, мне низ идти, да, получается? Ты будешь на миде или как? Да, да. Блин, я вот это и не хотел, ну ладно. В смысле? Ты ну, там просто хрен пофармишь, там ЦК с этим. Ты Бэйн или сейчас еще? Нет, 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 я а, медведь, я Бэйн, да, жесткий медведь. Но не настолько жесткий, чтобы это, против ЦК с Тинкером стоять. Я жесткий буду стоять против них. Уверен, да? Вообще просто легко. Ну вот ты статовый. Хочешь против Тинкера, хочешь против... Против кого хочешь, вообще против любых поставлю. Только вот другая разница, что ха, умру я или нет. Ты меня сегодня что-то прям особенно радуешь. На, собака ты, сукулая. Давай драться, у меня моделька, хуй попадешь в модельку. Ой, да, забирай. Ну и чего? Ну и чего? Ну и чего? На. Так, мне еще пару разменов сделать, поэтому. Что, дурак, блядь? Ты что, дурак, блядь? Нашел с кем меняться по этим, да, по поинтам. Ну, ты чё, блядь, моего... Опа. Я тебя понял. А чего? А чего? А впрочем, мне все это... Мягко говоря, пофигу. Сейчас яйцы напаил, вам песнюшки пропоет. Дальше петь? Я вот, выбирал. Смотри, смотри, ЦК. Так, 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 ты покури. А ты давай вот сюда. Песос сделаем. Легко, блять. Нех, еще бы какой-то бы полудизейблик, либо мне пятый левел, и он бы и этого бы забрали. Про яйцину Павла что-нибудь еще? А, можно что-нибудь из Пушкина, ну, Есенина на крайняк. Ты берешь иллюзию? Забирай. Да. Играю на залупе, как на баяне, лайкай мои фоточки в Инстаграме. Это про это? Ну, это очень походит как-то на Маяковского, что ли. Понял тебя. Так, моя иллюзия выходит в мид, типа дуралей. Ты еще, она его напугает? Нет, она его не напугала. Ты ж, походу, ты их запугал. Я еще и пока что они такие. У меня уже почти мида звон. Жиром задавили. Опа! А чё, и в стан еще сдал? Ты что, дурак, блять? Вася, ты что, дурак широкую на широкую? Ты не видишь, сколько хп уходит? Скоро арканы. Ты случайно не в Blizzard работаешь? Не, ну ты видел? Серьезно, он сначала присосал? Видел, да, там. Это, конечно, умельцы еще те. Просто до сих пор поверить не могу. Нет, ну бывает, знаешь, глаза горят.
Слушай, слушай, вот он сейчас, если подойдет, я его в сон положу, потом ты медведем обойди, и это я из него высосу, и медведем попробуем запердолить. Погоди, погоди, дай 5 левел получу, а? Оп, все, давай, 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 Залёха, заходи. А, ну мы не успеем, наверное. Да, сорян, бану. Ой-ой-ой, ой, ой, чё ж так, чё ж так больно-то, а? Да я нормально. Нормально. О, там регенерация внизу. Ой, он идет туда, писос. Или нет? Писос это ник сейчас или да, это? Караулишь? Да. Тебе нужна? Да. Но мне надо тайр сначала снести. Давай. То есть я сейчас захожу. Можете даже сюда подойти, не караулить. Ха, Рома убегает, чтобы я ее брал, и как бы мы. Там через 50 секунд она пропадет. Да, да, иду. Тайр снести не получилось. Так, вы на мид, да, ушли? Да. Тайр, добейте. Добей. Окей. Нормально. Опа, еще, опа, еще опа, сразу. Меня сейчас тут могут принять. Кто там снизу? Тинкер плюс кто? ЦК, ЦК был. Окей, я выхожу сзади на них. У меня маны нет, я на базу. Тинкер где-то в лесу шарахается, а вот Тинкера можно и тихонечко принять. Ну а что, вот попадай? Ладно, давай вот в этого тогда. Без ботинка. Пропустишь? Ну я, видишь, это и так как могу. Там зомби ходит вон, АФК. Ну давай, прокни на корни-то, ну. Ну прокни на корни, ну. На город наших союзников напали враги. Задавили. Твоя любовь это так красиво. Я покрасилась в крокодила. Антропос Альбатрос. Ох, сколько экспы на меди. Экспа! 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 Ты поможешь кто-то? Ай, не надо. Мартра на Х, если что, уже давно отсутствует, но один на базе, второй на базе был, поэтому я не знаю. Тени вниз бежит. А, уже пока нет. Уже пока нет. Уже пока да. Нет. Да, но нет. Уже пока нет, я люблю есть винегрет. У жопы коня нет? Да. Жопа, рука, нога. Где тени последний раз был? Вон там. Этот, влезу. Вот шмыга. Шмыга вот здесь. Да, видно ее. Ясно. Что он меня видел? Раковина 43. Если вам будет интересно, то это из региона, в котором очень... большие связи господина Навального. Ясно. Сколько полезной информации, да, можно получить в пятиминутке с Алексеем Блиновым, да? Да, Алёша Блинов, ё-масай, а? Ё-масай. Ямахоум. Там тени снизу нету? Да как ты отпился, собака ты, сутулая? Тени сверху, только что тпшнулся. О, засал! Он, возможно, кстати, на тебя, урдак, пошел. Не факт, он свернул в лес. Но, короче, биварься.
Не, вон он. Видишь? Бивар. Вот. Я не сразу понял, что это слово обозначает. Бивария. Бивария, да-да-да. Ой, ой, Тини взял ДД в банку. Идет в тузате, заходит. Вот здесь. Бумс просто ножом эту женщину разрезал. И она поехала прямиком в Хоц. Хогвартс? В Хитс. Игра, знаешь, такая? Heroes of the Storm. Герои говна от Blizzard. Здесь герои. Опа, опа, тут опа, 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 тут... Тут, пацаны, такое происходит. Да-да-да, ты это... О, нихуя, Лёха, ты ёбаный в рот, остановись! Чё ты так мансуешь жестко? Оп! Поспать ему закинул. Сейчас, сейчас, стан, стан. Ты поспешил. А того спать, а того в этот, в контроль взял, в контроль, еб... ЦК. И этого тоже ебем. Кого, где, где, где еще? А всех выебали. Только Оле... Ой, Лося нашего тоже выебали. Да меня ЦК убил. Мне после лазер-ракет осталось на точку. Твоя любовь это так красиво, я бы пошпрехалась с тобой, но... Ты крокодил. Да. Тут хоста. Нужна? Нет. Значит, я забираю. Пизда, блядь, я иду морду бить, нахуй. Морду? Бить морду. Или кого лучше? У меня нет первой обилки, но я еду бить морду. О. Так, ты покури, браточек. Опа, нихуя народу. Да, Тини. Нихуя народу. Блин, Тини, да, Тини забрал. Да ну. Вряд ли у меня, конечно, двор больше Урдаковского, но все равно. Это было очень неприятно. Так. Нету, не вижу никого. Не вижу никого. Жара, июль. Пошел на верхнюю руну, возьму-ка я. Так и нету. Ну так а сейчас будет? Даггер имею. Грязный Луи. Тини только что сверху был. Регенерация на топе нужна? Там сейчас Тини будет выходить на эту регенерацию. Сейчас я ему выйду, блядь. Сейчас я ему так выйду, нахуй. Я забрал ее. А. Окей. Да, я и хотел, чтобы забрался. Так. На город наших союзников напали враги. Они хотели на меня въехать, так что. Угу. Можем убить. Ну, у Тинкера бы лучше, конечно. А походу он на базу уже свалил. Конечно, какое питерское при... Конечно. Прям видно, с кем общаешься. О. Еще по ним их... говоришь, кура с гречи, да? Кура с гречи. С гречи. И этот, как его, и поребрик. А, этот, как его? Что я еще забыл? Оп! Нахуя Иул? Спустил его с небес на землю. Поребрик, кура с гречей, этот, как его? Шаверма. Да, блять, шаверма. Парадная, под, этот, как его? А, парадная, да, 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 да. Это, блять, да сейчас как там этот препарат-то называется? Секс, хлеб, фитнес. Это работает или нет? Не веди сюда крипов. Еще говорят дождь. Дождь. Додж. Знаешь, человек доджа. Знаешь, что такое человек доджа? Доджа. Все, доджа. Человек доджа. Это когда. Это когда ты. Вот в Асикапе это вот нет.
Ну, то есть против тебя играют сильные ребята, 6к ПТС, ты заходишь там 20 тысяч ПТС, убивает твоего мидера 10 раз, ты такой хуяк, альт-куку, типа задоджил игру. У Тинкера тревела была, была до этого тревела? У него тревела. Понял. Так, я куру взял с гречей, не трогайте, пожалуйста. Ой, блядь! А кто здесь? А, здесь медведь, все понял, нормально. Вот тут что такое? Вард поставил. Ты, по-моему, меня испугал больше, чем сам. Понял. Вард поставил, куру с гречи взял. Я в лотаре. А, в смысле... Ох, там много... трое минимум, если что, на меде. Да, многовато их тут. И шмыга, и тиня. Так, инвиз кончается. На город наших союзников напали враги. О, Рома пошел на врыв. Превратился в этого. Злостного вливера? Да. Шмыгу возьму под контроль. Взять? Нет. Шмыгу. В эту, в мартру залез. Этот, на X, короче. Где там печальные составы, я сейчас послушаю. X и мартру. Блять, что-то я не то нажал. Ладно, пацаны, держитесь, 400 денег, я приду всех. Нормально. Понял. Главное, сильно не нафидосьте и все. Хорошо, как сказать. А у вас там сзади драка была? Да, была. Да, ерунда. Блин, сори, я Тинкера развлекал, не видел. О, Тинкер. У тебя есть подсос... А, подсосать. Я бегу, но он, наверное, улетит. Там на топ нужно это, пофармить, чтобы кто-то пофармил топ. Ну я полетел, если никто не летит. Все, понял. О, вот тут. Хотя я такой себе фермер. Кто там был? Тинкер. Я его спать положил. Иду. Я успею. Тебе надо соснуть. Только надо было сразу, да. Дрэнс. Сразу, то я может стану бы не да, потом. Вот я бы это... То бы это тоже такое. На там сон заканчивался. Ладно. Оп. Ну так я по таймингу все успел. Я не заметил. Ничего страшного. Ничего страшного. О, я потрахала крокодила. Оп! Я в сон его положил. Че, иду, 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 иду. Да нет, Рома не ждет. Звери не ждут. Да. Я читаю следы. О, смог 2 пошел. Поехали. Вот тут кто-то, ровно вот здесь. Отписусь. На X, наверное. На миде морта. Кто там? Коричневый. Тинкер сверху, у него пока он прилетит за регенится, надо, наверное, заходить. Мне кажется. Я захожу. Или ты хочешь убить вот, ЦК? Вот ЦК. Так. Развлекайте там, развлекайтесь. Где он? Опа. Меня пытаются вытащить. Проще было зайти, снести тайр по-быстрому. Но сейчас уже Тинкер будет подзапускать. Гусей в чат. Есть что-нибудь там по аркане, нет? Пока нет. Взял песоса под контроль. Стан в тени в этого... Не в тени, короче. Олененка убили. Он суициднулся. А. Не успел. Тинкер сейчас будет запускать. Я думаю, его можно бахнуть. Ай, там это.
Опа, опа, все, бахнули. Четыре триста. А что дальше? Отсоси у тракториста то-до-до-ро-до. Я думаю, чего у меня пол леса корни не прокали? А потому что... Просто обрати внимание на дэмэдж, который он только что внес с камбы. Это, да, это не смешно. Да, это вообще не смешно. Кто? Синий? А, синий? Хуйня. Если бы медведь не был бы медведем, то его бы ваншот. Да, да, да. Я бы точно ушел. Господа, не хотите забрать Рошана, предположим? Можно. На Веру, на Ниночку, на Верочку. У меня 5500. Зачем мне два сапога? Два сапога, 228. А я беру Хекс. Я дебил. Сбил линку. Базилка еще, твою мать. Че базилка? Че? Че? Че этот не... Все что ли? Блин, почему Владимир... Можно скейт сошрал. Рады видеть. Ох, а панда тоже Владимир решил купить, да? А, у меня два рецепта на Владимира, я понял. Нормально. У него два рецепта на Владимира. Один из которых мой, да? Один может быть не твой... Не твой букс. Да нет. Добро пожаловать. Так, а вот это мой рецепт, это точно. Или ты обманываешь? У нас два Владимира, если что. Познакомься! Вот, понятно, почему я не мог собрать Владмир, твою мать, потому что с чужим рецептом его... Ясно. Знакомься, Владимир, это Владимир. Серьезно? Лактарагар. Ого. Вот это прикол. Почему-то я подумал, то, что наши летят, ну ладно. Похеру. Летай дальше, чувак. Что за сверло ебаное началось? Я взял панду, чтобы диспелить иллюзии ЦК. ЦК ни разу не ультанул. Блять, серьезно? Он просто не серьезно. Знает, что такое диспелить. Нахуй просто замяли. Просто потушили тинкера. А ты чё, пес? Кукарека! Сейчас, если повернется. Учини лотар, если что, он зашел у меня Эгис с него сбил. Я поставил здесь этот центрик, ребят. Оп, вот он. Бить будем? Да. Я очень жду вас. На город наших союзников напали враги. Дал ему кекс. Сейчас он... А, он байбекнулся. Сейчас кто-нибудь повернется сюда, я его форстав. Ну там куриц покупили, собак. Так собак или куриц? Собак, куриц. Капа-пап, капа-па-па. Тини лотар вот здесь, Саша. Тини тут в лотаре, что-то где-то вот тут вот. Где сентря? Вот сентря. Тут у нас... А здесь у нас Сентриан. Да. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Да иди нахуй, а! Чё, дурак ебаный, блядь, что ли, или что? Да ты иди тоже, блядь, в пизду, коза, блядь. Леночка. Простите, ребят. Сорвался. Там проблемы с Ленами. Нет, проблема с этим, знаешь, там это матом ругайся, не ругайся. Ой, иди сюда нахуй. Чего? Что ты сказал? Иду. Чего ты сказал?
Да, не могу. Ты сам напросился. Это убовь? Выпить хочешь? Да, да. Что ты... Ну ты нарвался. Ребят, я ведь чуть катку не заруинил. Я ведь... Я... И минуты с 15 про него забыл. Норм. Я его переложил в медведя и все. А что тут за паника с этими... С тремя сентрями от Атропа? Там Лотар у тени. Еще четвертый обсерв. Тинкер хотел наверх прилететь. Как же прокает мне на корни-то, а? Лех, медведь надо подсамонить. Не могу. Этот. Поставил центрик. Что-то мешает. Фонтан. Ого. Лех, там корни прокнули. Делаю ТП. Лех, держись. Как могу? Красиво, я же сказал, но дайте там, мне 25 минут, я всех порву. Там... Ваша задача была не заруинить просто. Лол, кек, кек, чебурек. Так, у меня 980. Блин, я никак не могу себе ни пайп принести, ни хера. О, вон тени. О, поймал. Поймал, поймал. Тени ебем? Сейчас поймаю. Поймал, поймал, поймал. Держу, вот, ребят. Там у каждого своя война, если что. Понял. Я его в сон положил, я его еще держу. Иду, иду. Там опасно как-то. Мне что-то показалось, что уже ливнули, а никто не ливнул. Он Антропос, господа. Я Антропоса в курочку сделал. Положил спать. Держу. Тинкер все заливает про 4 лайта. И он, в принципе, прав. И он, в принципе, только тини обычно, да, не собирают... Нормальные айтемы после хорошего начала прокастного. Так, еще игра, еще играем. О, у него была хорошая игра, конечно. Ну, я не уверен насчет тени, он мне один раз ко мне пришел, ваншотнул меня с фул хп и как бы... Ну, он на меде ничего не делал вообще, и я у него тайр снес, я бы не сказал, что это хорошее начало. Ну, я просто к тому, то что я не видел ни одного тени, который после их... хорошего начала, после там Аркан Даггера, хер с ним, пусть будет, собирали бы там Маганим, Кирасу, Мобу, Резу, там что-то такое, да? Mm-hmm. Дальше идут Лотар, вот все, чтобы ваншотнуть прокаста, типа. Ну, то есть это как, ну, пятый догон на БХ, что-то в этом роде. Тот же уровень. Все, чтобы, блять, потерял мысль. Жизнь для Нерзула. Все, чтобы быть неуязвимым, короче. Лотар, вот это вот. Сейчас я вас распределю немножечко. Я там зашел, нет? Да. Да. Отлично. Досмотрел видос до этапа, когда начали драться кошки, и, собственно, я... Отменяю свои слова предыдущие. Ты... У тебя такая оговорочка была по Фрейду. Хотя, с другой стороны, это ты и я. Ментально, скажем так. Смотри дальше. Они там эпично сражаются. Титаник-танк. Меня не кошаки больше интересуют, а ворона все это время чем занимается. Литр психа. Мы начали. Там литр психа против нас играет.
такси... Жёсткий? Не знаю, просто ник такой. Такси смерти, там, секс на топе. Чувак с ником секс на топе, это, конечно, жестко. Да. Я ливнул, что ли? Так закончился. Да. Реально я ливнул? Ну, у тебя дота крашнулась, наверное. Нет, с дотой все в порядке. А почему ты ливнул? Это что, у меня первый лив, что ли? С почином? Не понял. Сейчас ну, пассивка. Перезахожу. Правда, у меня написано, что это, типа, игра закончилась раньше, чем 5 минут, и там я не потерял все дела. Ну, может быть. А точно я, да, ревнул? Прям вот именно я. Ну, прям фиолетовый, был... фиолетовый кто был? Я не знаю. Я вообще был АФК, я свернул был. Ну, значит, секс на топе. Секс на топе. Больше так не делайте, тогда больше все будет нормально. Всю жизнь сворачивался, а тут как-то не пошло. Секс на топе. Блять, вот это ник, конечно. А этот вот ник, вот там, skill with me. Ну это разве... Ну это ж круг прям... Человек года. Ботом-ботом мне нравится. SF на пудже. Видел такого? СФ на пудже. Я в глаза читаю Лёх на топе. Я думал, ты меня хоть это в честь меня игру назвал. А это был навсего секс. С устрицей. Я теперь боюсь сворачиваться, что теперь делать-то? Нам нужен бупс. Может быть мне тогда. А что произошло? Второй раз создали. Зашел во вторую игру. Мне казалось, видимо, не это, не пустило опять. Бракованный про аккаунт. Да. Ля Флёр 92. Я бы его оставил. Нет, я... И кто качер, тот, к сожалению, не играет. Литер психа, но да, пасаран. Я... Психа. Нурсултан Абу... Ну зачем ты Нурсултан Абу? Потому что у него 800 ПТС, во, Рамзес. Рамзес, Рамзес. По-моему, это не тот Рамзес. У того Рамзеса сейчас ник 666.1999. Это он намекает, что он в этом году... 666 это часть его ника, а точка 199 это то, что типа спонсоры можно писать. Ну, короче, это официальный ник, когда высвечивается. У него спонсор. А вот теперь у меня проснулось. Второй лив подряд. Ясно. Лёха, ливер, блядь. Ты бы хоть перезапустил игру после этого. Лёха, ты перезапустил. Так, так, так. Чё такое-то началось? Ну хорошо, что произошел у тебя краш, потому что я картинку это убрал. И опять... Нет, мне там что-то надо, я от компьютера перезагрузить, я не знаю, на голове стоять. Ничего. Или все нормально? Нет, ну просто этот IC-кап выключить и заново включить все. Да, думаешь? Ну давай. Ну, чтоб не крашило, по крайней мере, я так делаю. Угу. Ну просто такого вообще не было, и что у меня что-то два раза подряд с икрой не срасталось. Так это самое, ты, наверное, в 83-ю играешь. В смысле? Версию. Нет, надо... Сколько мы сейчас играем? Не знаю, точно не знаю. Ну, понятно. Все, там могу фоллоу, все дела, да? Да. Да, уже. Похощено. Че, дали мне? Ромах! Да. Лив. У меня лив есть, нет? Лив. Пока нету. Пока нет. Но ты будет. Держи в курсе, ладно, как появится, сразу мне сообщай. Хорошо. Так, о, ребята-то это, нас помнят? Те же самые. Шикамару Чан. Джонни Воу, лидер психа, куда ты ушел? СС реанимации. Но пацан 488. СС реанимации.
Так, ребятушки, давай, чтобы это... Так, ну-ка. Там. Педали крутим. Так, пацаны, я загрузился, жду всех, загрузился. А Рома что с нами не говорит? Ну, он литр психа. А может он с реанимацией просто? Может. Спрайт долго грузился. Да шо сыграть, а? Ой, а почему у меня альт работает? Иди, если хочешь... Мид? Ты мид сказал или что, я не услышал? Лёх. О! Чё ты сказал? Повтори. Опять что ли подвисаю? Нет. Не, мид он... Я типа хотел шуткануть, что можно на ТХД сыграть, но... Тайтхан. Это прикол из Ручата, тут это... Да, Рухаба, да. Рухаб, но просто никто не смотрит Рухаб. Нет. Кроме меня, да? Кроме меня. Блин, кого пикать? Народ, кому-нибудь надо на свап? Нет, я не знаю, что пикать. Надо, короче, либо кашалота брать. Кашагола. Вот это я возьму. Я хз, что брать. Чем не выпало? ПЛ? Нормально. Пойдет, ладно. Я все равно с вами каждый раз играю с новым героичком. Почти не играю, что хоть есть там. Я вообще хз, что тут взять. Меня Никс очень сильно огорчает. Да, я хотел взять Леорика на харду, но походу нет. А че так много дебилов-то? Дебилов в чате или что? Дебилов невидимых. Угу. У нас две обезьяны в команде. Блин, че брать? Че у нас набор? Я пикал, оказывается. У нас ты же хотел Леорика. Ну, я не хотел Леорика, если ты слушал последнюю мою фразу. Блин. Тише. Чё взять, скажите? Ну, возьми, чё хочешь. А чё я тут возьму? Ну, есть коня Б. Коня Б. Во, вот это норм. Короче, видно, чуть-чуть стою сверху, беру ауру и иду в лес. Тебе центрик дал. Угу. Так, лучший здесь. О, Рома вернулся. Рома, ура! Пупсик. Рома, пупсик. Yeah. Пошел ты. О, в смысле, да, извини. У меня это болит. Ну, помнишь, который я матом ругаюсь все время, срываюсь. Вот, справка есть. Да я знаю. Не знаю, вы скучаете. У меня, короче, подлетают пиздить на улице, я им справку показываю и все. Сларкевич. Че, спать будем или класть его? А мы что-то надо с ними делаем? Ну, можно пацаны, положить пацаны, спать, окружить. Пацаны меня тут бьют. Вот с этим ич. Понятно? Так, подожди, вот сейчас окружили. Понятно. У вас там весело. А, кстати, я мог Рому из сна выбросить. Не надо его выбрасывать из сна. Пусть спит. Пусть поспит, подумает о своем поведении. Блять, но Рома стукнулся. Не то чтобы как бы об него, а головой, блять. Да это заметно. Да не, Ромах нормально. Ну что ты пристал с головой? А чё, есть у Куапы там порегениться чем? А есть, блять, смотри, кто есть. Собака какая дешевка, блять. Ромаха, Ромаха классику, я сейчас подойду. Ромаха просто классику исполняет. Просто за тавры поебать вообще там. Кто, какие, кого. Качайся. А, я думаю, о чем речь. Да. Опа. Скрылся Рики, я уже хотел бить. Ну, я второй апнул, я ушел. Я буквально себе щиток возьму. Курдак. Курой. Да, я помню, звонил одной женщине и говорил ей, да я буквально... А, нет, не хочу рассказывать. Нет? Это была не просто женщина, я говорил ей непростые слова. Поэтому... Ты говорил ей коневояжор? Ну, почти. Это очень непростое слово, на мой взгляд. В
В общем, звонил я проституткам, просто поприкалываться, Я говорю, я хочу буквально потрахаться. Она говорит, ну так буквально и трахайся, говорит. Я говорю, да я с вами хочу, я вас, говорю, люблю уже, влюбился. А потом они приехали. Я говорю, у вас богина большая, она мне говорит, ты мальчик, ты что там, энциклопедию листаешь? Я говорю, я не мальчик, я генерал, у меня просто голос такой командирский. Ох, как я рофлил жестко. Каких только рассказов не услышишь, а? У меня даже вроде трек есть с проститутками. Где-то, где-то у кого-то на компе надо будет найти. Трек с проститутками. Слушай, найди. Женя, найди обязательно. Ладно, не буду выебываться проститутками. Это как бы, ну, нечем тут хвастаться. Вообще нечем. Давайте его кикнем. Он кикнулся. Ну и все, вы 4 на 4 играете, удачи. Кекнулся. Ну ты крипов хотя бы убивай нейтральных в лесу. Чтобы там ПВЕ было какое-нибудь. Ладно, ладно. Болтал черт красноречивый. А, он его привел. Так, и жёлтый. А, я пойду руну. Слышите, тут сейчас будет этот, жесткий файтинг. Да, я смотрю. Ох, ещё! Ещё! Вы чё? Хорошо. Это был жесткий BDSM файтинг. Ты понимаешь, он ливнувшего этого вич-доктора привел на подкрепу. Слышишь, урдак, я бегу на эту женщину, мне похуй. Ой, кто-то бежит. Жесткий BDSM файтинг сейчас был. Ты пошнулся. Да, я кому-то подагрил. Так, только ко мне не веди крипов. А не Рики случайно? Не, Руб. Первого левела, не Руб. Перво, ты ебанько, что ли? Ты чё, сука? Так. Я к тебе веду обратно этих грибасов. Я могу потом... Ага, я могу потом... Да, нормально. Бля, жесткий BDSM файтинг был на топе. Так, секунду. Это, Куру Риюз. О, там еще летят. О, Квопченко. Квопченко, блин. Фу, крошка попала на коврик, сука, не... Как неприятно вообще, пиздос. Невозможно играть. Так. А она какого левела? Четвертого. Хули ей тут надо? Она типа рейнджовая. Она типа идет нахуй. Вот тут медалька. Я беру. Если мне хоть кто-нибудь объяснит, зачем до 12 левела брать Phantom Rush, я буду благодарен. Всегда беру медальку. 12-го, не знаю. Лёх. Я первый раз на таком лансере играю, поэтому я взял на всякий случай. Лёх, хочешь это, лайфхак на твоей обезьяне дам? Ну-ка, давай. Ты, короче, сейчас когда... Ты мне объясни, сейчас. Почему не взят... Сори. Ага, говори. Phantom Rush на единицу... Так. Классно тоже. Ты это, короче... Он мешает больше, чем помогает. Я не знаю, куда ты собираешься чарльза. Новый Phantom Rush, который можно нажимать? Да. Который срабатывает автоматически? Нет. О, не руб, а чё он собирает? Это моя позиция. Что за хуйня? А, понял. Окей. Лёха, а там что-то атаку стопаешь, он иллюзии плодит. Через S. Работает? Попробуй. Чё-то нет. Ну ты подойди к репу, начинай его бить и жми S. А ой, когда... Бобс, когда он плодит крипов? Этих, крипов плодит. Ульту надо сначала вкачать. А, всё, тогда да. Okay. Спасибо за ответ. Так, а это Жукс. Куда-то у меня ушел Рики. У меня тоже куда-то это ушло. А мне нравится Фантом. А вот он. А мне нравится этот раз. Сларк.
ушел куда-то. Атака хуем, Фантом Раш. Секс на топе. Урдак, сожрешь Урсевича на большом споте здесь? Давай, сожрём. Лёх, бегу, пытаюсь бежать. Блядь. А, хотел надрить, у него откадышился. My life 96-84. Мерси, благодарю тебя. Чё ты разжижаешь? Так, опять на топе под крепо прилетело. Не, ну в этот раз у них есть шанс. Ну, понятное дело. Я как бы пробитый там все дела. Смотри, смотри. Ой-ой-ой. Нихуя себе. Ну шансов маловато у них, конечно. У славы, да. У рыбки. Ну это ладно. Сейчас приду обратно. Да, куда-то у меня Рики ушел. Там Жуков. Да ФК, ну вот че, Фантом Раш в единичку вообще прикольная. Мне нравится. Да не слушай их, Лех ерничает, пиздец. Не, я понял, что он имеет в виду. Просто если к этому привыкнуть, получается. Леха, играй как Леха. Лех, стопай атаку, стопай атаку, стопай атаку. Лёх, стопай атаку. Нормально? А, да, слушай, нормально? Работает, работает. Нормально, нормально. Ха-ха-ха-ха, сука. Такой нормально, нормально работает, норм. Завтра забаним. Ладно, не буду этих штуками пользоваться. Не, ну... Почему нет? Да, но нет. У меня куда-то пропал господин... Рикимару. Козёл рогатый, бе-е-е-е. Ладно, пульну в крипа тогда. А, вот он, вот он, вот он, вот он. Отрегинился, пришел на... 20% хп. Я отпишу и... Ничего себе. А, понятно, я застакал. Ага, ес. Лёх, у меня просвет есть. Окей. Блять, они там на топе комбинируют теперь уже со Сларком. Есть. Короче, это... он у меня ворует статы, а она это. Закидывает, давай сюда, давай сюда. Опа. Как так-то? А чё он такой дурак-то, блять? Жук вообще дурак какой-то, блять, бешеный. Станом промахивается, эти моноберн дает в крипа. Ой, в крипа, в иллюзию этого самого. Автомобиля. Да. Что происходит? Что происходит? Вася, ты шо? Ты шо? Не похожий на тебя. Не похожий на меня. Парень чернокожий. Чернокожий. Так, там у нас вардец-то скучает, да? Во, видал, как я сейчас крипа забрал? Да-да-да, кайфово. Стопай, стопай атаку. Блин, только так крипов не могу контрить. Ой-ой-ой, я лечу в мид. Пока не знаю зачем, но лечу. Рики куда-то делся. У меня неуязвимость, ты чё? Понял, всё. А так а тут их трое, там, кстати, три неуязвимые героя против себя. Да, я вот тоже думаю, что... Ну, они на меня и вошли из неуязвимости. К сожалению, нет у этого пивасика какого-нибудь, чтобы залечить раны. А, центр спал. Опа, кек, чебурек. Вот центр. А, наркотики, все понял. Сложно. Опа, они наверх передвинулись, на ромаху, к чебураху. Да. Давай влево-право, лево-право, лево-право, сейчас будут это, лево-право. Понял. Ой. Да, тут много, когда бьют, что-то не это. Неинтересно. Не, на самом деле интересно, статы бы не воровал он еще. Было бы вот норм. Нихера себе. Как ты захотел.
Так, сейчас на меня будет опять походу. Да, опасный этот Григорий Лепс. Опа, пошло нападение. Могу взять его под прицел. Взял под прицел, стреляй. А что-то он его не пробивает. Так, да, тут. Да у меня крип не съездил. Кстати, это не глюк с этим. Тут Никсон изи, давай идем. У меня нечего вообще. Спалил что, центры? Рыба еще бегает. О, Лёха, там что такое? А, там этот пиздюк. Опа! Здесь этот, Икс-Чебурикс! Не ушел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И вот оно, ПВЕ слакеры, го-го-го ПВП. Ответочка. Фу, что-то мне вообще лансер не понравился, что-то прям, не знаю. Так, сейчас ко мне, наверное, придут. Не хватает золота, не хватает золота. Не, наверное, придут точно. Придут, конечно. Ну ладно. О, аура уже есть. Аура. Аура, Лаура. Опа, нападение, писос. Опа. Смотри, блядь, добью. Доиграешься. Там вторую неуязвимость, кстати, собрал, да. Фларк. Лёша. Да? Подостановись немножечко. А, их тут еще двое. Пацаны, у вас керри захей. Керри надо поднимать. Не хватает золота. А то они во мне видят сладкую булку. Ой-ой-ой, вот они во мне сейчас сладкую булку видят, трое их. Ну что ж, прекрати наглеть, а? Ром, ты видишь, где стоишь? Да они просто приходят в инвизи такие, и нападают спланированно. А зачем доминатор на Леорика? Я... Это же все до поры до времени. Просто интересно. А он и заигнорил, наверное, тебя. Леорик? Да. Окей. Ну может кто-то из вас? Опа, 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 опа. У вас там сларк прям под боком. Тут прям, да, сларчина прям бегает. Лотари. Лотари, да? Сейчас вам буду показывать фокус, которому меня научили мои питерские. Опа, опа! Нет, не такой фокус я хотел показать. Сука. Да, давай, бей его. Это вы как-то очень много в него всего дали. Ясно. Надо и, это. Не уйдешь. Чувствую, надо ем. Пойдемте ломать. Что-то эта игра меня напрягает. Тут вообще что-то не, что-то вообще не идет. Тут подфижа просто идет, что-то. Подфижа, да, вообще питерская пошла. Подфижа, да, вообще отличная. Мы просто 11-3 летим. Из этих 13. Ой, 5-5 это мой подарок. Молодоженам. Я думаю, что их четверо, они получают больше денег, а нас тоже четверо. Я подумал, может все-таки действительно не надо было Фантом Раш качать на единицу. Может, вот в этом дело? Да, по-любому.
Чё, да надо гем взять нахуй и всё, и выебать их всех, чё? Блядь. И всё, делов-то. Ебан на ворот. Я бы взял, но у меня что-то 200 денег. Опа. Ой, а почему я не прыгнул, алло? Я иду. Жека, ты видел? Нет. Охуенно. Можно подраться там, ещё. О, здесь вон жукан. Бить его нафиг. Так, тут жукан, а тут ДД. Он на нуле выжил. ГГВП. Капец еще. О, блядь. А это что за хуйня там? Эй, чебурашка ебаная, сюда иди. Когда все закончится, я хотел бы задать вопрос. Ну. Как я умер? Там я встал с реинкарнацией, но не встал. Маны не хватило. Нет, у меня было 200 маны в момент смерти. Их замедлило, появился крест. Я умер. Женен. Ну нормальная тема, смотри в реплее. Это надо потригениться, короче, и вернуться. Понял. Ромах, сейчас гем возьму, пизда. У меня не КД на реинкарнацию. Да, драл, как он меня этот... Маленький, так, блин. Маленький пизденыш. Да, 10-11-1, все на мне. Этот... Чё, гем купить же, Катя? Да нет, я куплю. Купил. Не уверен, что нам поможет. Да, он нам может не помочь, и как бы я могу это отъехать там. Меня нашли. Опа. Меня убили. Они так и будут сейчас гонять. Уйдешь, нет? Ушел. Ох, на тоненького. В этот раз реинкарнация сработала. Тоненького. Жека, ты с гемом? Не, гем вот сейчас летит. Там Silver Age. У кого? Можем Сларка убить. У Сларка. Я думаю, что он там один. Только гема у меня есть. Нет, у меня есть только просветка. Ой-ой-ой, блядь. А ульта... просто ультовать будет. Ульта у меня вот через столько. Ой-ой-ой, меня преследует этот, как его? Сейчас ультую. Успел нажать. Да как он успел-то? Что это за херня? Не было анимации-то. Здесь жукан паук. Нет анимации нажатия дракпакта. Короче, паук где-то лазит. О, паук ебаный бегает. А у меня маны нету. У меня вот тупо нету маны. Копье. Есть. Переключил. Красиво. Переключил на себя, на оператора другого. Не, я ногу переключил. Ногу переключил. Всё, ну, костыль. Понял, да я понял, я рофлю. Да, ну всё, я понял, что... Ногу переключил. Слышь, гемоносец. Геомансер. Без маны как-то. Дашь, без маны, вот мне нужна твоя мана, слышишь? Вот читайте чат. Ну я читаю следы. Никсон и нажал. Аккуратно, отойдите немножко. Есть? О, вон. Дал ему это. Вот это. У меня КД паршит. Так. Что-то тут как-то это... Гол я заршивил. Ну без маны грустненько, серьезно. Кап! Ты ультанул? Да. Сорян, да. Ой-ой-ой. Гем возьмите! Он спиздил. Да? Ну, гг. О, Рома загрел его. Убейте, пожалуйста, трикеры. Мы не можем. Две обезьяны почему. Не могут ничего. Я не знаю.
что сказать, ладно. Я тоже не понимаю, почему мы его не убили. Я знаю, почему не убили. Ай! Маны не было. Или что? У него копья почему-то не летит, в принципе. Ну, 4 копья было за... У тебя была мана, оно было не на КД, копье у него не улетело. Когда он на ХГ поднимался? Нет, только что. Ну пошла анимация, потому что на ХГ, и он исчез. Все, все, ладно, пофиг. Рома, 4500 денег. Напали враги. Курицу я резнул, да? Ну он сакрит взял, нормально. Пупс, мы проиграем эту игру, если ты продолжишь делать то, что ты делаешь. Бобс, ну, не слушай его, мы выиграем. Игра 5-4, для меня этой игры не существует, это раз. Плюс один вниз будет, мяршит. Да, могу сейчас. И я уже не могу остановиться, это два. Мне надо буквально пару минут и все, и мы идем ломать вообще им базу. Все, ульта была? Нет. Ну, как бы я еще далеко, вот далеко он уже жил. Ульты не было. Кем мы отдали, да? Да. Да-да-да. Ничего-ничего, мы заберем. А, хотя... Да мы прям заберем из-под фонтана. У меня один, бро. А это, Бубс, Рома сказал, не двигайся, не волнуйся, он разберется. Игру выиграет. Да я никуда и не собираюсь двигаться, как бы. Так, наши конечно только что зафармили. Нет смысла тут ничего делать. Сейчас будем выезжать. Рома сказал, сейчас будем выезжать. Ром, надо подъехать к нам тогда разобраться. Ща. Капута же смысл ее отнят, он за крипа, мне да, кажется, больше дает, чем капута. О. Я к вам через двери сзади бегу. Ну все. А, они с гемом? О, он гем носит. Не, вам без меня не надо ходить. Рома, мы тебя там ждали. Ты не пришел? Ну не, ну он сказал, сейчас. Я же сказал, мне нужно дофармить 200 голды. Я их дофармил, сходил. Короче, ГГ. Ну ладно, сейчас отыграемся. Блин, ну промахи на акции это немножко... Конечно. Сейчас отыграемся. Радик, конечно, это все. Ой, Радик, это всегда прикольно, но. Сварка. Ромах, ну только соляру не умирай. Почему он не ультанул? Ох, Рома, как же ты жестко делаешь? Вообще изи. Там скоро второй гейм появится. А я не знаю. Скоро должен. Так уже есть ройка. Давай сейчас куплю и пойдем по топу. Нету, обманул. Так. Давайте вот я к вам уже бегу, идем вместе. Мне кажется, мы больше не можем драться. У меня только один центр. Да это так только кажется, блять. Во, видите хуесосика? Это копия, наверное. А, копия, да. Могу нажать смок, и мы будем по смоку ориентироваться уже. Нажал там смок. Гем. Ну так. Я не могу ничего вообще сейчас делать. Ближайшие 10 лет. Рики сверху надо было убить. О, Ромахов прыгнул. Выебал жука. Видите? Мы где идем? Это иллюзия. По какой линии идем? Да, пойдемте по топу, на топе. Кого мне просто на ХГ зайдем, я? Пошли. Так, ну, или я не знаю, что мы делаем. Ну, тогда надо какие-то то ли вардосики, то ли о, что, поставил, чтобы мы... Все. Потому что эти будут обходить. Мразоты, а можно еще маны как-нибудь чуть-чуть? Да. Все, настреливай, я тебя защищу. Изи нахуй. Вы подойдут. Опа! Умер я.
Женя, видал, как засейвил почти? Ну, засейвил-то засейвил, но просто я там аршит. Аршит? Рики еще остался. Это туркмен, что ли, аршит? Да. Вы можете просто от меня не отходить далеко и все. Там кто-то был. О, вот он, вот они. Опа. Это самое главное. Когда меня убьют, тогда убегайте. Вот. Всё, гем можете подобрать. Гем подобрать. А теперь нужно отойти. Они же. Можно отойти. Ладно. Ну у меня хп нету. Байбек нужно отойти. Все, теперь. Рома, блядь, на капитане. Все, че вы, блядь, да. Сити? Вообще не знаю. Все просто, блядь. Так же идем, я просто встаю, защищаю урдака, он все ломает. Гем, знаю, самому носи что. Сам носи. Мне кажется, если Рики не дурак, то он сейчас купит еще один гем просто и все. Ну ему комбини там не с кем. Он по сути соло тут только играет. Ну, жу, как и ожидалось, до года. Два гоним. Первым. Два. Любовь это так красиво. Я бы пожарилась, но нет, спасибо. Так, чё, по миду идем? Да, погнали. Нам нужно. Нам вообще-то два снизу надо снизить. Ой-ой-ой. Нерики бьет на наших эншентах. Так, я его пока прилягу. Ага, понял. Я его тут сейчас прилягу нахуй. Все, идем. Прилягу, прилягу. Можно с Ларка. Моя любовь это так. Ну, Лазар нашел. Такой гем там у нас. Блять, они же не догадываются, что у меня Саша и Яша собраны, что я быстро бегаю. Ты очень как быстро думаете? Бегаешь. Такую хуйню они точно не ожидают. Че, на топ заходит? Да. Опа, черт ебаный, получай. Все. Твоя любовь это... для Ромы. Да и Рома вообще вы там просто. Я просто в Соленова. Засолил. Просто. На недельку. В Соленова я уеду. Соленова. Да, до второго. Рома красномордая обезьяна. Да. Не, самый жесткий момент это вот тут был. А, где? БДСМ файтинг был? Да. Вот там мне понравилось. Вообще было четко. Опа, сларкули тут. Так, тут где-то в даун бегал. Капец, я всплываю, пацаны, я уже 4-8. Ты всплываешь? Всплываю, да. Я на дне, мой мальчик. Пиши мне письма. Я на дне, мой Сларка, мальчик. Сларка, прыгнешь? Это ты сейчас сам придумал? Нет, я на вчерашнем дне. Ой. Что-то я стою... Ой, я что-то быстро так это... А, это Рики. Это Рики так думал? Ой, Сларк выкупился. А ну, и обратно. А что так у меня Рики продамажил сильно больно? У него что там собрано? У него... Просто, может, в попку и все. Ну, так это понятно, что в попку, а... Помимо этого, надо еще айтемы иметь. Короче... Но диффуза у него очень давно. И там гемчик стоит. У Рики башня, диффуза и еще что-то. Урдака с очередной рампашкой. Ну, а вы боялись. А что он? Аганим делаем. О, кстати, нормальная тема. Давайте попиздимся под фонтаном. Алло, заходи под фонтан, повоскрешаемся. Не хочет. Ой-ой-ой, а то подождите меня, я тоже пойду. Сейчас покажу. Я еще ни разу не ел в первой доте Аганим.
Сейчас. Бубс. Будет атака. Сладкий. Ну, Бубс, ну ты всю игру вот. Фармил на Ганим, чтобы под вот фонтаном фонтан. Пошли. Ну, вообще-то... Я не фармил на Аганим. Вот так, к слову. Так, пацаны... Урдак как бы меня заставил изменить планы. Они готовы, пацаны. Не, ну заставьте его, пусть пойдет с нами под фонтаном. Че, ну... Урдак умер, демон дал. Я, безусловно, прямой наводкой сейчас пойду к вам на фонтан, да? А вы уже там все подохли, красавцы. А я байбэкнулся, какая разница? А почему и почему иллюзия-то оказалась? Яй, ТТ. Это провал, пацаны. О, это все это. Я только начал камбэкаться и все. Я могу его, кстати, схватить за яйки. А, понял. Всё. Не, ну что-то видим. Тут где-то, видимо. Какой-то из пиздюков гоняет. Так что будь предельно осторожен. Не, ну не знаю, не знаю. Так и чё Бубс ты по прямой не пошел? Да даже просто по прямой вот так бы пошел. Алло, ну не туда же уходить. Да Бубс сказал, что... Бубс вообще сказал, что он эту игру... Это не для него не игра, он не играет. И короче, вообще он никто здесь. Не будет помогать. А почему? Почему? Кто его обидел с самого начала? Да его начала? Никто не обидел, он просто это, там чувак ливнул и все, он сказал, что это не игра, идите нахуй. Женя. Да. Бля, вот надоело. Как? Рики гем, если чё. Кираса. Ох, Рики-то молодец. Ой, Рики. Красавчик. Да. Не, ну нам сейчас все вместе надо тогда. Да. Угу. 5 классику исполнять. Угу. У мужика, кстати, Аганим будет закапываться. Мы ему поможем. Опа, 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 опа. Здравствуй. Да. Можно как-нибудь собраться вместе? Так, гем кому-то. Да, сорян, пацаны, я тут хотел все... Манту выформить, чтобы сало сбрасывать. Роман, и, блин, а, ты еще. Идем? Идем? Все, я готов это. Блин, да, выформил. Да. По низу идем. Там он убивает нашего Леорика. Надо ему помогать. Помогать, помогайки, помогайки. Помогайки. Яйки, яйки, помогайки. Да. Тут еще где-то стопудовый мелкий этот. Да, да, вот, вот он. Он. Так, и он грамотно. Грамотно этого. Вот, грамотно ага. Отъезжает. Да, грамотно. Да. Я гем, пацаны, гем. Причем я даже не прыгал, я просто подошел. Ты у нас хардовый Атропос с двумя гемами, да? Да, да, да. Ты чтоб серьезно, это ты видишь, когда вот Рики. Реген, собрал... если кому-то надо сверху. Это Рики, который ушел, да? Да, да, да. Это я. Это... Куда мы вниз идем, да? Секунду, я с вами. Пацаны, не кидайте меня, я хочу. Отключаю. Я осознал свою ошибку. Чё, ну пойдем под фонтан, Бубс, ну, блять, как тебя? Не мешаю, он хочет покапризничать, пусть капризничает. Ну да, капризничает.
чё, блядь, на пол сопишь? Шли фонтан поломаем, лё. Я, секунду, я капризничаю? 5 на 4 игра с самого начала, это не дота, блядь. Так надо её закончить было и всё. Не лес фармить. Ну, я обычно, если я соло играю, я ливаю после того, как кто-то ливнёт. Вы не ливаете, ну окей. Подойди поближе. Я тоже посижу. Чтобы там кто-нибудь резнулся. Чуваки все хотят просто посмотреть, как кто-то резнет. Потому что... Ну вот, давай, пусть бьет меня. О, вот, ты живой, вот Рома, меня. Дерись, дерись. 7 да, секунд. Я, вон он большой. Ну что, под фонтан давим, да, или что там у нас? Гем у меня. А-а-а, хуй да, себе. Да, да, под фонтаном. Не хватает маны. Не хватает маны. Два гема им на базе выкинул. По-моему, вообще язычная игра, нахуй. Нормальненькая такая. Ну ладно, я что-то так и не... сейчас точно я верну все. Что-то так и не понял, а что ему не понравилось-то? То, что 4 человека в противоположной команде. Я согласен, мне тоже не нравится. А, все понял. Это Жека, скинь мне...